Здравствуйте, дорогие друзья! Рад видеть вас на этой лекции, которая будет посвящена, согласно анонсу, психологии и метафизике творчества в цифровой среде. На самом деле, речь пойдет о так называемом современном искусстве, в смысле contemporary. Но я должен предупредить, что сам я никоим образом к современному искусству не имею отношения, в том смысле, что я не встроен никак в арт-рынок и там в какие-то институции. Современным искусством как таковым я не занимаюсь сам, а только наблюдаю издали за тем, что там происходит, и расскажу о своих наблюдениях. Возможно, мне моя невовлеченность в этот процесс дает возможность оставаться, что называется, над схваткой и как-то трезво судить. То есть я сам лично не являюсь интересантом в этом контексте. Равно как я также не владею, скажем, риторической методологией современной постмодернистской философии французской и множество терминов, которые я читал и слышал здесь на предыдущих лекциях. Значит, я о их значении догадываюсь только умозрительно. Они не являются частью моего активного лексикона. Поэтому я буду скорее так слегка от сахи выступать. Я человек не очень в этом смысле образованный, но у меня был повод, большое количество свободного времени, которое дало мне возможность бездельничать, и вместо того, чтобы заниматься какими-то, значит, действительно полезными вещами, я занимался пустопорожней болтовней в социальных сетях или какими-то размышлениями, чтениями разных текстов. Вот. И вследствие этого как-то сформировалось какое-то, видимо, сообщение, доклад, который вы сегодня услышите. И это не столько доклад, сколько приглашение, как и было сказано, приглашение скорее к дискуссии и, возможно, скорее даже постановка задачи, чем провозглашение каких-то, значит, истин. Потому что об истинах говорить очень сложно. Ситуация в культуре сейчас действительно очень сложная и практически невыносимая. Человек, который себя считает художником, в культуре сейчас сильно фрустрирован, который пытается, значит, работать с культурой, в культурном пространстве каким-то образом кувыркаться, что-то производить, передавать какие-то смыслы. Особенно если человек мотивирован какими-то серьезными вещами, если у него есть ощущение, что он нащупал истину, он пытается эту истину ретранслировать, передать аудитории, он внезапно обнаруживает, что в нынешней ситуации язык, на котором он мог бы все это говорить, оказывается разрушенным и совершенно непригодным для передачи этих смыслов, непригодным для прямого высказывания, для прямого лирического жеста, например. Но жить все равно как-то надо, чтобы просто себя не возненавидеть, по крайней мере, если человек ощущает свое призвание относительно этих смыслов, которым он себя ощущает медиумом, то надо как-то, значит, с этим бороться. Вот. Сообщение, которое сегодня вы услышите, является в определенном смысле выжимкой или сжатым изложением того, что у нас звучало на интенсиве, который назывался Digital Arts в Британской высшей школе дизайна. Вот он 19 января закончился. Здесь у меня даже, я вижу, присутствуют ребята, которые на этом интенсиве были. Я очень рад их видеть. И тоже этот интенсив задумывался как не столько какой-то тренинг, понимаете, или там какая-то, значит, образовательная программа, сколько я попытался из этого устроить некий дискуссионный клуб. То есть мы были в равном положении практически с аудиторией, со слушателями. Мы все пытались нащупать личные, персональные какие-то стратегии художника в современном, значит, культурном пространстве, информационном, современной медиасреде. И я не могу сказать, что мы пришли к какому-то ответу, потому что ответа, понятно, нету.
четко сформулирован, ну, который можно сформулировать. Но что-то нащупали, какие-то ходы, может быть, какие-то вектора, в направлении которых следует развиваться или существовать в данной ситуации. Вот, это было предуведомление. Сейчас начнем. Я начну с упоминания классической работы 96-го года. Это на самом деле лекция, которая, не помню, где прозвучала, аж в 96-м году. Она принадлежит Борису Гройсу. Это теоретик современного искусства, очень хороший искусствовед, философ современный. Он регулярно выступает на разных мероприятиях, пишет книги, брошюрки. И на протяжении нашей сегодняшней беседы он будет упоминаться неоднократно. И начну вот я с упоминания этой работы. Что такое современное искусство? Это базовое, скажем так, базовый некий текст, который даст нам методологию, инструментарий для дальнейших рассуждений. Вот здесь даже внизу есть URL, кто хочет, тот его перепишет сейчас себе на бумажку, а кто не хочет, тот просто воспользуется Гуглом. Вот. Ну, значит, я вкратце изложу, о чем там речь. Скажем так, стереотипное массовое сознание содержит представление о том, что современное искусство есть постоянный поиск новых изобразительных средств. Допустим, раньше можно было только нарисовать картину, а теперь можно еще и устроить инсталляцию, да, или там какой-то перформанс в публичном пространстве, или в медиасреде как-то выступить. Но вызывает сомнение, что вот те средства, которые используют деятели современного искусства сейчас, действительно адекватны содержанию, которое им хотят передать. Вот. И от этого возникает некое такое, при поверхностном взгляде, недовольство и скепсис. Я говорю о массовом сознании, да? Когда мы видим произведение современного искусства, когда кто-то из нас видит произведение современного искусства, первая мысль возникает о том, что автор этого произведения, этот производитель симулякров, шарлатан, часть какой-то капиталистической машины, он встроен в арт-рынок, и я типа тоже так могу нарисовать, и все там шарлатаны, как это называется, да, обманщики. И все это ерунда, ничего за этим нет. На самом деле все несколько тоньше, и об этом как раз говорит Гройс в этой лекции. Он говорит о том, что современное искусство есть, наоборот, деятельность обратная. Она состоит не в наращивании новых изобразительных средств, а наоборот, в неком самоограничении и в последовательном отказе, в самофрустрации, состоящей в том, что человек последовательно отказывает себе в том, чтобы пользоваться разными, то есть прежними изобразительными средствами, прежним инструментарием. Ну, хотя бы потому, что просто старый инструментарий перестает работать. И слова, которые раньше означали что-то, теперь они это уже не означают. Вот, и так далее, и так далее. Да, и поэтому теперь уже, или как цитировал Гройс там Малевича, не помню точно в какой работе Малевич, говорит, что мы больше не можем рисовать толстые зады Венер и зеленое мясо садов. Почему не можем? Ну, потому что уже невозможно. И хочется, в принципе, да, ну, потому что это естественно. Человек очарован красотой Божьего творения. Ему хочется как-то это воспроизвести, сплясать парный танец с этой красотой, с красотой человеческого тела или природы. Но невозможно уже, потому что это не работает. Потому что это уже не передает никаких смыслов, так грубо говоря. И тогда начинается движение в сторону современного искусства, которое состоит в постепенном отказе от изобразительных средств существующих. Сначала человек, художник, отказывается от фигуративности в живописи. Он перестает рисовать что-то узнаваемое. Начинается там, скажем, сюрреализм или абстракционизм, или там какой-то, или какие-то такие вещи, да, он перестает украшать пространство вокруг себя. Ведь
ну, можно сказать, что реалистическая живопись началась как активность, направленная на то, что ну, вот, началась жизнь в городах, началась некая урбанизация, цивилизация. Вот. Человек, который живет в городском доме, ощущает недостаток, ощущает некую изъян своей визуальной экологии. Вот он смотрит в пустую стену, и ему тоскливо от того, что у него в генетической памяти есть представление о том, что вот когда мы смотрим, сидим, просто отдыхаем после обеда, смотрим вперед перед собой, мы должны видеть горы, пейзаж, лес, там поля и луга, а мы вместо этого видим простую бетонную стену. Вот. И это фрустрирует, это опечалит человека, у него от этого портится настроение, он болеет и умирает от того, что смотрит на пустой камень вместо значит, природы. И тогда он нанимает художника, который приходит и рисует, ну, имитирует этот пейзаж. Да? Имитирует, рисует, его воспроизводит на стене, для того, чтобы не было так скучно и грустно. Вот. Это один из аспектов. Второй аспект, конечно, это аспект магический, религиозный, ритуальный, но об этом мы поговорим позже, наверное, сейчас только вот о реалистической живописи. Да. Ну вот, и вот как в конце концов с культурой начинают происходить такие вещи, из которых следует, что больше уже реалистический художник не нужен. Но при этом у реалистического художника есть какой-то все равно, как я говорил, уже потребность в передаче каких-то смыслов, да, какой-то надмирной или надличностной красоты. И он ищет способ передать эту надмирную красоту, надличностную, трансперсональную, какими-то другими средствами. Сначала отказывается от реалистической живописи, да, потом он отказывается от вообще живописи, от работы с картинной плоскостью. Перед этим он отказывается вообще от чего-то узнаемого. Вот. У абстракционистов же была главная фишка, главная тема, идеологема, вернее, главная состояла их в том, чтобы картинную плоскость покрывать образами, которые совершенно абсолютно абстрактны и совершенно не имеют никакого, ну, то есть ни на что не похожи. Да? То есть хорошая абстрактная картина — это та, которая не похожа ни на что. Вот если мы смотрим на пятна художника, абстракциониста, и думаем, а вот это похоже, наверное, на голую женщину, или на там, профиль человека, или на зайчика, или на котика. Это плохая абстрактная живопись. Хорошая абстрактная живопись состоит в том, чтобы передать какие-то смыслы, передать, может быть, эмоцию, а может быть, какие-то, значит, мировоззренческие дела, а может, какой-то, значит, духовный, религиозный опыт с помощью пятен, которые ни на что не похожи. Да, дальше мы отказываемся вообще от пятен, ну, много разных. Один из способов отказа. Отказываемся от пятен, остается у нас, например, пустой холст или холст, покрытый одной краской, например, синий. Как же звали-то этого художника, я забыл. Да, спасибо. Вот, который покрывал, рисовал монохромы, покрывал холсты краской одного цвета. И это не было демаршем, и это не было пощечиной общественному вкусу. Это был сознательный поиск способа передать смыслы, передать контент, но человек сам себе запрещает уже рисовать что-то узнавать или просто рисовать пятна, да, и так далее. Потом мы отказываемся вообще от концепции картины как таковой, картины в раме. Отказываемся от выставочного пространства. Начинаем заниматься, там, например, акционизмом или перформансом и так далее. И так далее. И чем дальше, тем... ну, а почему? А потому что предыдущий инструмент не работает больше. Вот. Поэтому, говорит Гройс, смысл современного искусства состоит в том, чтобы это вот деятельность сродни аскетической практике религиозной. Человек отказывает себя, ставит все более жесткие рамки.
И каждый акт создания или там просто акт работы в области современного искусства есть инсценировка и переживание личной смерти или смерти искусства, или смерти автора, какое-то переживание смертности, которое конструктивно в том смысле, что для того, чтобы родилось что-то новое, необходимо умертвить старое, да? Как написано в Евангелии, как там бишь, если семя, брошенное в почву, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Вот такое для того, чтобы породить что-то новое или проникнуть в какие-то новые области бытия, необходимо сначала покинуть старые области бытия, разрушить какие-то свои оболочки, в которых мы привыкли жить, обжитые какие-то онтологические области, зоны, в которые мы обживаем, населяем, да, какие-то зоны комфорта, в том числе в культуре или какие-то личные, психологические. Вот. Вот что такое современное искусство, и это некий базовый тезис, на котором мы все дальнейшее рассуждение будем строить. Сейчас. Так. В другом сообщении, вот снова Гройс, да, в другом сообщении, это было какое-то его устное выступление, по-моему, когда он приезжал на Купай-Абай, на Чистопрудный бульвар, и выступил там с 15-минутным сообщением. И тоже я у него подрезал еще одно определение искусства, которое мы тоже будем использовать. Он говорит, что такое искусство, чем оно, ну, как его вообще определить можно. И дал он довольно широкое определение, которое, несмотря на свою широту, мне кажется адекватным истине. Он сказал, что искусство есть нечто противоположное спорту. Что это значит? Мы сейчас это расшифруем. Так, ну вот, видите, здесь бегут спортсмены. А почему они бегут? Они потому что хотят, каждый хочет победить. В результате этого бега кто-то из них победит, займет первое место, кто-то второе, кто-то последнее. Вот. Потому что они встроены в некую, значит, в некую игру, в некие правила, в какую-то экономически, скажем так, или общественно-социально, или культурно обусловленную договоренность, ей подчиняются и, собственно, вот и бегают, как белки в колесе, для того, чтобы, ну, в общем, принести жертву на алтарь невидимой руке рынка. Да? Вот. А художник — это человек, который отказывается по этим правилам играть, и вместо того, чтобы вместе с этими спортсменами бегать, он, видите, кувыркается здесь или стоит на голове, я не знаю. Вот этот человек с номером 1110, он не является здесь спортсменом, а является художником. То есть, так. Ой, я нажал не на ту кнопку. Искусство осуществляется в зонах, свободных от критериев победы и поражения. Ну вот у нас здесь плохо видно, но там на самом деле три овоща. На первом месте самый маленький и невзрачный овощ лежит, а на третьем месте самый большой и толстый. Вот. И это означает, что, значит, вот критерии, которые актуальны для искусства, совершенно перпендикулярны и никоим образом не соотносятся, значит, с критерием, который нам привычны в области обычного какого-то, значит, житейского успеха или, может быть, соревновательности и так далее. Вот такие категории, как победа и поражение, вообще там не могут действовать. Что же, чем же занимается художник? Зачем он это делает? Почему? И вот Гройс говорит, что искусство есть. Вот это самое определение, с которым я ношусь уже примерно год. Или когда было Купай-Абай? Ну вот с того сообщения я бегаю с этим. Ношусь как с писаной торбой, как дурак с писаной торбой. И оно мне очень нравится, потому что мне кажется, что из него очень много следует полезных вещей. Искусство есть активность, направленная на создание и распространение альтернативных и автономных форм жизни. Но тут можно сказать, что
жизнь, когда мы говорим здесь о жизни, мы говорим не просто о, скажем, деятельности внутри каких-то социальных протоколов, да, или мы не говорим о форме существования белковых тел, о жизни в смысле биоса по-гречески. Ну, вот есть две жизни, как мы знаем все, да, есть биос, а есть зоя в античной философии. Вот биос — это форма существования белковых тел. А зоя — это некая жизнь в каком-то вот высшем смысле. Жизнь как, ну вот как нечто, чему можно только быть сопричастным. Да? Мы сами не вот как мы дышим, как это кажется, Златоуст сказал, что мы не живем, а мы только сопричастны жизни. Так же, как мы вот воздухом дышим, но мы этим, скажем, мы не являемся этим дыханием, или мы не являемся этим воздухом, мы просто дышим. Вот точно так же есть некая объективно существующая жизнь, глобальная такая вселенская зоя, да? Я пытаюсь понятно говорить. Вот. И каждый живущий человек в той или иной степени ей сопричастен. Вот. И искусство есть активность, направленная на поиски способа быть сопричастным вот этому самому, этой самой жизни зоя. Да, понятно? Понятно, я говорю? Вот. Ну и вот, мы видим здесь там график, такую инфографику. У нас не художники бегут по своей дорожке, а один художник пророс. Он зеленого цвета, он нарезает круги, и он, значит, ищет новые способы быть сопричастным зоя, новые способы жизни, новые формы бытования в том онтологическом пространстве, которое мы населяем, в том числе, значит, новые способы взаимодействия, там, скажем, с абсолютом. Что бы этим словом ни называл каждый человек, каждый из нас. Да? У разных людей разные мировоззрения, и каждый, значит, абсолют по-разному себе представляет. Для кого-то личный абсолют, для кого-то абсолют вообще не существует. Например, там, если человек постмодернист, не дай бог. Вот. Но в любом случае, вот, значит, это способ взаимодействия с этой не какой-то надмирной и надличностной истиной, во-первых. Во-вторых, это значит способ проецировать вот это взаимодействие с абсолютом на пространство социальных протоколов или каких-то, значит, ну, культурных паттернов, или вообще на культурную цивилизацию, ну и так далее, и так далее, и так далее. В разных обстоятельствах эта деятельность принимает разные формы. Вот. Если мы просто, например, воспроизводим свой религиозный опыт, пытаемся воспроизвести там, какой-то метафизический опыт, пытаемся воспроизвести произведение искусства, это одно. Вот. А с другой стороны, можно как-то и более косвенно себя вести и там, в пространстве социальных протоколов осуществить вот эту свою связь с этим абсолютом. Ну, как-то. Ну, я не знаю, как-то. Вот есть я, есть абсолют, а есть социальные протоколы, которым я подчиняюсь. Вот. И как мою связь с этим абсолютом спроецировать на мое взаимодействие с этим социальным протоколом, и вообще с социумом и с цивилизацией тоже. Это тоже деятельность, которая является искусством по этому широкому определению Гройса. Вот. И, значит, нынешняя ситуация... Так, что у нас дальше? Какой слайд? Так, это уже было. А, так, это было. Это тоже капустка красивая. Да, она выросла, и она бесконечно прекрасна, потому что она живая, и это вот то, как жизнь ищет себе, дух творит себе формы, и жизнь, значит, принимает разные прекрасные формы. Вот, просто иллюстрация. Да. Ну и вот, значит, при этом эта деятельность, поскольку у нас определение достаточно широкое, мы можем даже говорить о том, что если дело касается современного искусства, то это может быть деятельность вообще не имеющая никакого, скажем, аспекта, ну, грубо говоря, эстетического. Да? Это может быть просто прикладная экспериментальная культурология. Мы, как, например, множество современных художников, которые работали
ну, скажем, после Второй мировой войны, или там хотя бы даже дадаисты, Дюшан, например, они, собственно, к эстетике, так, в узком понимании этого слова, да, апеллируют слабо. Скорее, они ставят культурологический эксперимент или какой-то там культурологический или социологический эксперимент. Вот, например, выше упомянутый Ив Клайн, да, ставил культурологический эксперимент. Можно ли, например, выставить вместо произведения искусства совершенно пустое выставочное пространство? Может ли быть вернисаж, на котором просто пустая галерея демонстрируется? Что из этого? Ну, возможно ли это, в принципе, в культуре? Да, то есть теоретически это возможно. Вот. Но а можно ли это осуществить практически? Действительно ли это будет каким-то культурфеноменом? Действительно, это оказалось культурфеноменом, да. Была такая у него выставка, где он пригласил, был большой хайп, большой, значит, тот самый... как он называется-то, энтузиазм. С большим энтузиазмом тусовка пришла, и очередь занимала длинную улицу, и там небольшими группами людей запускали в эту пустую галерею. Им запрещалось говорить, что там на самом деле, чтобы не спойлерить. Да? Вот они входили туда, оглядывали пустые стены, пожимали плечами и уходили. Вот и у него были у того же Ива Клайна, если я не путаю. Это Клифф Клайн, да? Я этим занимался, кажется. Да, спасибо. Я путаю их всех. Вот. Ну, да, или там Дюшан, да, который взял писсуар, поместил его в выставочное пространство и назначил его произведением искусства. Вот. Это, ну, фактически это действительно обычная экспериментальная культурология, которая имеет целью выяснить, вот сейчас нынешнее положение дел в культуре. Вот культура сейчас устроена так, например. Да? Закончилась Первая мировая война, думает Дюшан, или там думают дадаисты. У них же там манифест дада, он содержал идеологему, которая состояла в том, что вот эта Первая мировая война, это, ну я огрубляю сейчас, примерно так они говорили. Первая мировая война, эта трагедия, явилась следствием каких-то незыблемых связей между знаком и означаемым, которые существуют в европейской культуре. Вот, и что-то там они очень много нагнали пурги на эту тему. Вот, и трагедия не должна повториться, поэтому мы должны сейчас начать целенаправленно разрушать связи между знаком и означаемым. Вот они поэтому делали то, что они делали. Вот. Так и Дюшан тоже провел эксперимент. Можно ли это? Оказалось, можно, действительно. Культура и общество, и цивилизация сейчас современная европейская устроена так, что действительно можно принести писсуар в выставочное пространство, назначить его произведением искусства, и это будет воспринято с благосклонностью культурой и обществом. И это не было демаршем или хулиганской выходкой. Да? Это была скорее научная деятельность. Вот. И во многом современное искусство это деятельность научная, скорее, чем эстетическая. Так, да? или чем духовная. Вот. Или же, например, в ряде случаев люди ведут себя совершенно наивно, то есть, ну, художники, да, у них они непонятно, чем мотивированы, или там неважно, чем они мотивированы. Это, они могут быть мотивированы какими-то личными, политическими взглядами, или они обеспокоены фальшью. Вот, там, да, фальшу того, что происходит в обществе, и всего того. Да. Или, может быть, это просто подментованный проект, например. Это совершенно не важно, что за этим стояло. Вот. Но в результате произошедшего оказались структурированы те области бытия, области пространства нашего, области культуры и общества, которые раньше, как здесь написано, видите, обнаружение новых способов жизни и структурирование пространства со слабыми или туманными структурами. То есть выяснилось, что в нашем обществе есть какие-то зоны, которые не охвачены никакой рефлексией,
и непонятно, как они структурированы, какая там внутренняя архитектура, где пролегают границы между сакральным и профанным, между законным и незаконным, да, между искусством и неискусством, между там, жизнью и смертью, в конечном счете, между искренностью и, там, скажем, вовлеченностью в какую-то политическую, да, игру. Это все совершенно не важно. Так или не важно, совершенно чего они хотели, важно, что мы получили. То есть здесь интенция художника не столь важна, сколько важна перцепция. Перцепция вообще всего общества, да, или там, каждого конкретного зрителя вот этого, значит, вот этой акции публичной. Вот. Таким образом, вот у нас оказалось, были какие-то области туманные, покрытые мраком, куда ни один мыслитель, собственно, не дерзал проникнуть своим умом. Вот. Ну вот пришли современные художники, вот, и структурировали это пространство. Да? При этом они... За этим не стояло, в общем, никакого серьезного теоретического обоснования, никакого серьезного культурологического там, или политологического анализа. Вот. Все это было все очень примитивно. Но так или иначе, они самим прямым действием внесли новые структуры туда, где их раньше не было. Вот. То есть вот так, да. И что дальше у нас? Вот. Можно говорить о том, что искусство... Ну, вот слово «искусство», да. Значит, собственно, исходя из того, что мы говорили, что искусство есть активность, направленная на поиск новых форм жизни, да, можно сказать, что искусство, собственно, это и есть жизнь. Да? То есть высшее выражение жизни, правильное выражение жизни, так как человек, то есть призван жить на самом деле, проживать свою жизнь, она состоит в искусстве. То есть каждую секунду нашей жизни, на протяжении всей нашей биографии, мы ищем способы прожить эту жизнь наиболее творческим образом, наиболее жизненным образом. То есть позволить вот тому вышеупомянутому Зое этой самой жизни, жительствовать во мне, вот на территории меня, как личности, да, как индивидуума, наиболее эффективным образом. Вот. И, разумеется, эта деятельность всегда, как мы говорили выше, сопряжена с самофрустрацией, с опасностью, поскольку жизнь экспансивна. И вот здесь нарисовано, как вот есть некий у нас... видите, там такое сияние зеленоватое. Это зона, где горит свет, где светло, которое является зоной комфорта личного, обжитая, хорошо структурированная, с которой все понятно и все хорошо. А вокруг темно и страшно, и непонятно что. И чем это грозит? Непонятно, чем это грозит. Вот, и... По мере того, как мы движемся из этого центра туда, во тьму, в пустоту, мы вынуждены отказываться от своих социальных оболочек, от своих культурных каких-то, значит, там, от культурного багажа, от своих привычных, своего привычного инструментария, экзистенциального и художественного, что то же самое. Вот. И наша задача проникнуть в эти темные области или там сойти в ад и залить их там, поскольку мы являемся агентами этого света, этой жизни, да, залить их светом и преобразить. Вот. Но это всегда опасно, темно и страшно. И если мы хотим выйти за пределы самого себя, значит, мы должны разрушить скафандр, который является частью нас самих. Да? То есть выйти за пределы самого себя можно только самого себя разрушив частично, ну, проломив дыру в себе. Да? Это всегда больно, неприятно и страшно. Вот. Так. Да, ну вот.
Поэтому, да, искусство как аскеза. Это вот поэтому, поэтому аскеза как самоограничение, как переживание личной смертности и там инсценировка смерти, и смерть художника, смерть личности перед лицом необходимости проникать в новые эти темные области. Вот. То есть деятельность, сейчас тоже прочитаю вслух, использующая любые пластические средства, ну, в том числе и пластическими средствами могут быть наши поступки или там наше поведение с другими людьми, наше взаимодействие с обществом, наша личная какая-то психология, да, наши личные какие-то духовные эволюции, извините за выражение. Вот. Это тоже все пластические средства художника, коль скоро мы художником называем человека, который просто живет творчески. Вот. Итак, использующие любые пластические средства направлены не на услаждение перцепиента, то есть мы сейчас не услаждаем того дядьку, который сидел перед голой стеной, и ему было скучно смотреть на нее, ему нужно было усладить свой взгляд. Да? А мы занимаемся чем-то более высоким. Не наслаждение перцепиента и дальнейшее обживание зоны комфорта, а наоборот, на то, чтобы выбить перцепиента наружу его и тем самым поставить перед необходимостью осмыслять и обживать вакуум. При этом понятно, что перцепиентом, то есть адресатом художника, аудитории, может быть, и он сам просто. Да? Я сам для себя что-то делаю. Вот. Особенно это касается какой-то личной практики, которая не связана с производством объекта, который может быть помещен в выставочное пространство, а связана, например, просто с проживанием жизни особым образом. Вот. И вот в отличие от... Ну, это довольно условная позиция, но... Меня как-то спросили в каком-то интервью, вот как, чем отличается дизайн от искусства, по-твоему, Олег? Скажи нашим читателям. Вот. И мне пришлось придумывать афоризм, и он прозвучал так, что дизайн заставляет людей почувствовать себя одетыми, ну, то есть... Дизайнер — это человек, который делает жизнь в материальном мире удобнее, да, или приятнее, или просто услаждает глаз. То есть человек, который рисует фотообои для того горожанина мифического, в смысле гипотетического, вот это тоже дизайнер. Вот. А искусство — голыми. Да, то есть вытаскивает человека на метафизический мороз, заставляет его почувствовать метафизический сквозняк, ставит его лицом к лицу с космической, значит, пустотой, с бездной или там с абсолютом, а это всегда страшно, и человек для этого, в общем, непригоден, потому что масштабы абсолюта и конкретного человека они несопоставимы. Человек просто обычно при непосредственном контакте с абсолютом превращает, ну, там, как-то испопеляет его. Вот. Но это что-то, это как совершенно необходимо просто учиться взаимодействовать с абсолютом каждому человеку. Вот. Я специально слово «Бог» не употребляю, чтобы никого не шокировать. Вот. Ну, на самом деле я имею в виду Бога, конечно. Да. Необходимо учиться с ним взаимодействовать, потому что это просто возникнет такая необходимость после смерти. После того, как мы пересекаем порог смерти, мы оказываемся лишены так называемого этих кожаных рис, да, которые нас защищают от подлинной реальности божественного какого-то бытия. Вот. Мы тут сейчас сидим все в скафандрах в мясных, защищены нашими вот этими самыми кожаными ризами и нашим дискурсивным разумом, достаточно плоским и ничего не могущим, и нашими ограниченными органами чувств, поэтому нам не очень страшно. Вот. Но когда мы после физической кончины оказываемся лицом к лицу с божественной реальностью, значит, нам приходится, конечно, нам нелегко. Вот. И наша задача, наверное, в течение вот этого жизни использовать наши кожаные ризы и вот весь наш дискурсивный разум и органы чувств для того, чтобы научиться подготовить себя к этой встрече, научиться взаимодействовать с абсолютом. Вот. И, значит, вот искусство направлено на это. Что же у нас дальше?
Дальше что? Значит, дальше у нас... Вот. И, ну, а то почему я об этом заговорил? Я заговорил об этом потому, что вот у нас сейчас проходит здесь... Это же выставка современного цифрового искусства, да, здесь. Она еще идет, да? Да? Ну вот. И надо сказать, что, ну вот, мы живем, например, в современной медиасреде, в цифровом, или там в постцифровом обществе, в цифровой среде. И у нас, значит, возникает проблема. Как мы можем вот в этой цифровой среде, которая уже сильно... подцепила уже, во-первых, постмодернизм уже довольно давно, и вся насквозь уже больна, и ничего невозможно сказать. Вот. И вообще вот в этой ситуации я подробно не буду об этом говорить. Об этом, кстати, будет, наверное, рассказывать подробно Дима Соловьев, лектор 3 числа, это воскресенье, в 3 часа дня. У него будет лекция, посвященная медиаскетизму. Он будет много говорить о состоянии современной медиасреды и о том, как устроено общество сейчас. Вот. Ну вот я не буду рассказывать о том, как все плохо и почему все так сложно. И так все знают и читали всех этих французов, постмодернистов, там Бодрияров и Бодрияра, то есть, и кого там, Дериду. Вот. И, в общем, скучно эту тему разговаривать. Все понятно. Никому ничего не интересно. И ничего не работает, главное. Язык сломался, испортился, заболел и протух. Я имею в виду язык в широком смысле, да, язык изобразительных средств художника. Вот. А все равно как-то ретранслировать смыслы надо. Вот. И наблюдая за тем, что... Ну, а мы живем в цифровом мире, да. И, казалось бы, художник должен использовать пластическое средство, которое ему доступно сейчас, то есть цифровые технологии, с которыми он постоянно взаимодействует для того, чтобы передавать эти смыслы. Но у меня самого есть некое разочарование глобальное. Не знаю, имею ли я моральное право об этом говорить. Оно состоит в том, что, ну, грубо говоря, произведения современного искусства, цифрового искусства, там, или медиа-арта, или какого-то гибридного искусства сейчас, это просто аттракцион. И просто аттракцион, ну, прикольно. Там человек приходит на вернисаж современного цифрового искусства с тем, чтобы развлечься, там, повзаимодействовать с какой-нибудь программой, там нажал на там, шевельнул мышкой или взмахнул руками, и программа как-то прикольно отозвалась. Якобы она, ну, такая игра, тоже симулякр. Да? Мы все понимаем, что на самом деле это оно не живое, но оно так себя ведет, как будто живое. И мы соглашаемся играть в эту игру, оно нас развлекает. Но не более того. То есть это парк аттракционов. Конечно, есть счастливые исключения. И, как правило, они связаны с какими-то кроссмедийными делами, когда мы не просто в выставочном пространстве взаимодействуем с объектом, которому подведен компьютер. Да? Но если мы начинаем взаимодействовать с этим произведением, и начинается какая-то история, какой-то нарратив, небольшой или большой в нашей жизни. Вот. Но вот у нас на этой выставке есть работа Димы Морозова, которая приближается к этому. Да? Как это он назывался? Это мод тотем, кажется, называется. А Дима Морозов присутствует сейчас здесь? Нет? Он обещал прийти, к сожалению, его нет. Там стоит какой-то робот, ему надо скормить металлический предмет и ввести свой электронный адрес. Вот. И тогда этот электронный адрес попадает в базу, и этот робот начинает рассылать спам, такой цифровой, гличевый, такой, ну, прикольный такой, да, цифровой, гличевый спам. Вот. И вот начинается какая-то история. Вот. Ну вот так, такая работа. Все остальные, к сожалению, не открывают никаких нам бездн.
Ну, здесь какая-то бездна открывается, да, какая-то. Ну, по крайней мере, спам этот обилен, и есть ощущение, ну, по крайней мере, есть какая-то правдоподобная игра в какое-то действительно реальное взаимодействие или какое-то создание какого-то нового сюжета экзистенциального в жизни посетителя. Но вот в большинстве других случаев, ну, очень редко, когда встречаю, особенно с цифровыми. Такое впечатление, что художники, столкнувшись с цифровыми технологиями, просто они пока не поняли, что с этим делать. И вот, кстати, в течение интенсива мы пытались с ребятами понять, что можно делать с цифровыми технологиями, чтобы открывались форточки эти метафизические в бездну. Ничего конкретного мы, конечно, не придумали, но, может быть, какие-то, знаете, невербализуемые, может быть, ощущения, что-то, может быть, кто-то из нас когда-нибудь через некоторое время начнет работать в этой области, может быть, взаимодействовать с медиасредой активно, может быть, включать какие-то сценарии, запускать, связанные с социальными сетями, с коммуникацией между людьми, да. Или там, может быть, с разрушением каких-то схем, или там социальных протоколов поведенческих, или разрушением культурных протоколов, или так далее. Да? Сейчас пока этого, к сожалению, нету. И об этом, беседы и в рамках этого мероприятия тоже проходили на эту тему. Все говорят очень много правильных и умных вещей на тему состояния современного, значит, искусства и состояния современной культуры, и цифровой среды, и медиасреды. Но никто не дает никакой конструктивной, позитивной программы, которая бы, может быть, нам породила какие-то действительно новые смыслы. Это мое личное ощущение. Я его, конечно, не навязываю, но вот лично у меня возникает как-то ощущение большой нехватки и какой-то импотенции этого жанра. Хотя, казалось бы, пластические средства там неисчерпаемые и такие мощные, которых никогда раньше не было. Мы можем такое сделать, кажется, и нарисовать такие прекрасные вещи. У нас все на кончиках пальцев. Это мы можем моментально оказаться в конусе внимания огромной группы людей, там, совершив что-нибудь, сделав в социальных сетях, да, и привлечь колоссальную аудиторию, художники прежних эпох даже мечтать не могли. Там какой-то сделать вирусный какой-то контент запустить и из этого сделать какие-то, устроить из этого сюжеты, сценарии, какие-то как-то воздействовать всерьез на общество и на культуру. Даже какое-то партизанское искусство в городской среде, всевозможные там граффити или какой-то urban art, или street art, или land art, и то сильнее в этом отношении. Сейчас он открывает гораздо больше новых смыслов, чем цифровое искусство. Поэтому мне лично жаль, что такой богатейший арсенал у нас простаивает и гниет, и протухает. Простаивает, да. И вот что с этим делать, я пока не знаю. Понятно, что никаким интеллектуальным усилием невозможно нащупать правильную художественную стратегию, которая бы решила те задачи, которые я сейчас обозначил. Да? Вот, то есть кого-то озарит, и кто-то что-то такое сделает в цифровой среде, или, допустим, сделает какой-то такой большой информационный вброс в социальных сетях, в медиасреде, в этой, которая так сильно сопротивляется. Вот. И может быть, что-то получится. Но, конечно, никакими интеллектуальными усилиями этого сделать нельзя. Но зато, я думаю, можно обозначить проблему, поставить задачу и наметить опорные точки для того, чтобы каждый из тех, кто занимается искусством цифровым, действительно начал что-то решать, какие-то задачи более серьезные, чем просто задачи развлечения или услаждения аудитории. Я не говорю вообще уже, конечно, об арт-рынке. Это все тоска зеленая, и об этом даже скучно говорить. Да, ну вот. И что же, какие нам... Так, что это? Я немного потерял нить. То есть у меня сейчас...
моя голова увела в сторону от задуманного, от задуманной последовательности изложения материала. Я сейчас попытаюсь вернуться. Вот еще одна книга Бориса Гройса, которая называется... Это брошюрка небольшая совсем. Очень советую ее прочитать. Его вообще довольно сложно читать, конечно, потому что такой серьезный мыслитель. Вот. И сложный синтаксис, длинные абзацы, много специальной вот этой самой, вот этого сленга постструктуралистского. Но при известной сноровке или там, при известных навыках можно продраться. Это совсем небольшая работа, которая была выпущена в издательстве «Стрелка», кажется, да? И это, она «Стрелка» выпускает книги, работы разных авторов, посвященных урбанизму, публичному пространству, организации, институциализации публичного пространства. Вот в рамках этой инициативы эта брошюрка тоже вышла, очень хорошая. Вот. И вообще, да, любое очень короткое выступление Гройса лично мне дает пищу для там, на год вперед разных размышлений. Я поэтому его очень люблю. Вот он 15 минут на Occupy.by говорил, а я теперь год питаюсь этими его мыслями. И как-то, не знаю, видимо, какая-то органическая у меня с ним совместимости. В общем, мне очень удобно пользоваться инструментарием, который он предлагает. Вот. Его работа называется «Публичное пространство. От пустоты к парадоксу». Он как раз там говорит о том, как, ну, о том, как, какими могут быть стратегии поведения художника и вообще человека, живущего, живого, ну, художника в публичном пространстве сейчас. При этом он сопровождает это небольшим экскурсом немножко в старину, там, к тем временам, когда начинался модерн в Европе. Вот. И я сейчас тоже пользуюсь его методологией, попытаюсь, скажем, три пути, скажем так, мы сейчас озвучим, назовем. При этом мы, скажем, объясним, почему ни один из этих путей не работает и не является на самом деле конструктивным. Вот. А в конце мы поймем, что тем не менее, наверное, какой-то выход есть. Ну вот, так, этот слайд я не очень понимаю, почему здесь. Ну вот он говорил примерно о том, что, значит, вот есть публичное пространство. Оно как-то устроено каким-то образом. Каким-то образом оно структурировано, и у него есть какая-то природа. Вот. И для того, чтобы его конституировать, я правильно это слово употребил, не уверен, конституировать, скажем, конституциализировать, вот, необходимо вмешательство художника, которое выделяет некую область этого публичного пространства, как бы ее... Ну, структурирует дополнительно, да, какие-то привносит структуры, тем самым меняет характер взаимодействия человека с этой областью публичного пространства. Вот сейчас нашим публичным пространством, например, являются социальные сети. Ну, один из аспектов нашего публичного пространства, которое мы населяем, это социальные сети. Там, скажем, в античной культуре публичное пространство — это просто было пустое пространство, город, государство. Посередине стоял храм с колоннами, который был фрагментом пустоты, который, тем не менее, этот фрагмент пустоты был особым образом отделен, как бы, да, сакрализован, то есть отделен от остального публичного пространства, тем самым он конституировал пространство, и люди, попадая в это пространство, у них там начинались какие-то новые истории в жизни. Вот, значит, в социальных сетях у нас тоже некое публичное пространство, оно как-то устроено, да. И так, к чему эта цитата здесь, я сейчас вспомню. Я уже говорил, что люди, которые работают с цифровой культурой, еще некоторое время назад пребывали в некоторой эйфории. И, кстати говоря, некоторые эйфории, чтобы не открывать скобок лишних,
связанные с богатством возможностей, да, там, новых технологических возможностей. И вот, кстати, британская высшая школа дизайна, там это центральная парадигма их. Например, ну вот, мой курс отпочковался от курса Димы Карпова, который называется «Дизайн в интерактивной среде». И это очень интересный курс. И Дима Карпов тоже очень умный человек, хороший. И он очень много правильных вещей говорит. Он прекрасный педагог, но в центре его педагогического метода лежит энтузиазм, связанный именно с тем, что, ну вот, что неограниченные возможности открываются перед человеком, который использует технологии для коммуникации, как это рекламисты называют, или там для художественной деятельности. Вот такая эйфория есть. И в том числе, значит, в социальных сетях теперь у каждого человека есть неограниченные возможности для самодизайна, для самодекорирования. Да? Мы можем создать себе публичный образ. Ну, там, не везде вполне, но там, в общем случае, мы можем себе придумать совсем виртуального персонажа, которого даже будут звать иначе, не так, как мы, может выглядеть иначе. Мы можем построить свой публичный образ, оформить свою там страницу профиля и формировать, значит, какой-то свой публичный декор для того, чтобы и это интересно, да, потому что любая деятельность художника в том числе содержит в себе деятельность по созданию персональной мифологии. Особенно современного художника. У каждого известного современного художника есть какая-то личная персональная мифология. Там у Марины Абрамовича своя личная история. Совершенно не важно, что там на самом деле, какова биография была Марины Абрамович, или Криса Бёрдена, или кого-то еще, или там Поллока. Вот. Важно, что мы о нем знаем. И это тоже их их персональная мифология, их публичный образ, это тоже часть их искусства, произведения их искусства. Да? И важна наша перцепция, не то, что на самом деле. Вот. Но, как там сказано в этой брошюре, утопия всегда оборачивается антиутопией, как только права, за которые мы боролись, то есть возможности по самодекорированию, превращаются в обязанности. Теперь у нас не только есть право создавать художественными средствами свои публичные персонажи, это наша обязанность. И если мы ее не выполняем, то общество нас за это наказываем. Если мы устраняемся от этого социального протокола, принятого в социальных сетях, тем или иным образом устраняемся там. Ну, не ставим лайки. Если мы не ставим лайки, мы теряем социальные связи. Наша социальная оболочка разрушается. Если мы не комментим, происходит то же самое. Если, ну, понятно. Понятно, да? Если мы не следуем социальным протоколам. Социальные протоколы таковы. И оказывается, что это уже не средство передачи смыслов, и что это уже не художественный материал, с которым можно работать для того, чтобы что-то сделать хорошее и новое, а это то, чего от нас требует, оказывается, среда, в которой мы живем. Общество нас наказывает, если мы не соблюдаем эти соглашения, эти конвенции, если мы им не подчиняемся. В этой связи там Гройс упоминает такого человека, которого звали Адольф Лоос. Он в 1908 году написал работу под названием «Орнамент и преступление», в которой, собственно, так, у меня цитаты здесь сейчас, если я найду их быстренько. Он в общем, говорит так: любой дизайн, любой декор есть деятельность неэтичная, контр-этичная, да? Вот он говорит, когда я прихожу к сапожнику и прошу сделать мне хорошие сапоги, то этичное поведение этого сапожника будет состоять в том, чтобы сделать действительно хорошие сапоги. А если этот человек вместо того, чтобы помимо того, чтобы делать хорошие сапоги, еще их дополнительно украшает каким-то орнаментом, он тем самым скажем,
дает мне повод усомниться в том, что сапоги хорошие на самом деле. Да? Вы понимаете? Сейчас. Если человек как-то себя украшает, значит, ему есть что скрывать. То есть фактически дизайн и декор есть... Так. Так, это не здесь. А, это здесь. Дизайн и декор есть деятельность по производству подозрения по отношению к вещам и к людям. Да? И когда мы пытаемся сделать красиво, это значит, нам есть что скрывать. Мы тем самым подвергаем сомнению подлинность наших смыслов, как бы, да, на уровне перцепции зрительской. Где же эти цитаты? Да. Дизайн — это не просто машина по декорированным вещам, это скорее машина по производству подозрения по отношению к вещам. И Лоос призывал к тому, чтобы сформировать области нулевого дизайна. То есть вот мы, наше публичное пространство, в котором мы существуем. Ну, в нашем случае, например, это пространство социальных сетей или пространство материального мира, материальной культуры, в которой существовал тогда вот Лоос в начале 20 века. Это тоже некое публичное пространство, которое усилиями художников, декораторов и дизайнеров структурировано каким-то образом. Вот. И Лоос призывал к тому, чтобы в этой ткани, вот этой структурированной усилиями, сознательными усилиями художников и декораторов ткани бытия, публичного пространства, создать области дизайна, нулевого дизайна. Да? Там, где такие области, где вещи равны самим себе, где нету обмана, да? где вещи выглядят так, какими их видит Бог. Тоже процитирую сейчас. Лоос хотел низвести небеса на землю. Он хотел видеть вещи такими, каковы они есть без прикрас. Соответственно, Лоос хотел присвоить себе божественный взгляд. Больше того, он хотел, чтобы каждый мог видеть вещи такими, каковы они есть и каковыми они открываются взгляду Бога. Модернистский дизайн стремится к апокалипсису сегодня. К апокалипсису, который снимет с вещей их покровы, очистит их от декора и даст нам увидеть их такими, каковы они есть на самом деле. Они хотят, чтобы... То есть вот художники-модернисты, да, дизайнеры-модернисты, они хотят, чтобы апокалипсическое видение появилось у каждого здесь сейчас и превратило каждого в нового человека. Тело принимает форму души, душа становится телом, все вещи становятся небесными, небесное становится земным, материальным, современность становится абсолютом. Вот. То есть художественный авангард стремился к созданию зон, которые были бы свободны от дизайна и которые бы воспринимались как зоны честности, абсолютной честности, высокой морали, искренности и доверия. Нулевой дизайн — это попытка искусственно создать для зрителя разрыв в плотной текстуре мира, зону прозрачности, которая позволит зрителю увидеть вещи такими, каковы они в действительности. И это, заметьте, еще в 1908 году было. Тогда еще никакого постмодернизма, в общем, не было еще и в помине. А проблема же таковая стояла. Вот. Но вот сейчас... Вот так, да? Дизайн не спасет мир. Вот. И так, как бы... Ну вот что такое дизайн и что такое... производство превратных форм. Пример можно привести такой грубый, конечно, пример очень и примитивный, но за счет этой грубости он может быть достаточно яркой иллюстрацией. Это, например, тоже это подрезал у одного автора, не помню его фамилии. Это медведь, который на ярмарке танцует, одетый в... Танцует барыню под дудку скомороха, одетый в женское платье. Вот. И он на самом деле не является, конечно,
То есть его форма человеческая, да, его превратное содержание, наведенное какое-то, вот такой игровой симулякр, состоит в том, что это там грузная, косолапая женщина такая, и все ржут. Это смешно. А на самом деле, а правда состоит в том, что это опасный хищник. Вот. Понимаете? Вот. И это и есть как бы подлесок. Когда мы возвращаемся к самим вещам, то мы видим здесь настоящего хищника. И надо сказать, что вот эта деятельность, которую призвал Лоус, это может быть, например, она выражается в том, понятно же, что, например, человек или, ну, сейчас, или когда мы читаем рекламный слоган «Оторвись с фантой», любой экономист, конечно, прекрасно понимает, что это на самом деле не означает, что фанта — это напиток, который действительно связан с каким-то отрывом. Да, а на самом деле он понимает, что стоит за этим. За этим стоит интересы транснациональной корпорации Coca-Cola, которая хочет повысить свои продажи и тем самым сформировать некий вот контент, наведенный такой, с тем, чтобы создать альтернативу продукции другой транснациональной корпорации, там, PepsiCo, например. Вот. Но человек, который занимается какой-то творческой, конструктивной деятельностью, деятельностью, связанной с социальной ответственностью, например, человек, который работает волонтером в хосписе, или человек, который просто оказался на природе и идет там по горной, там по какой-то долине, приходит к роднику и пьет родниковую воду, он в этот момент понимает, что, понимает цену всем этим напиткам, и фанте, и пепсиколе. Вот. А если медведь срывает с себя женское платье и превращается в то, чем он является на самом деле, в хищника, да, тоже это, конечно, катастрофа и разрыв ткани реальности, вот, текстуры бытия, о которой мы говорили. Вот. Это всегда опасность и катастрофа, и разрыв зоны комфорта, нарушение социальных протоколов и культурных. Вот. Но тем не менее мы возвращаемся к каким-то базовым вещам. То есть любая какая-то деятельность радикальная, катастрофическая, связанная с реальным взаимодействием, с материальным миром, вообще с миром, вот, она разрушает эти схемы. Вот. Вот, да. Ну и что же? Очевидно, наша медиасреда, ну мы сейчас говорим о социальных сетях, наша медиасреда является некой саморегулирующейся, видимо, структурой, и в ней, внутри, возникают тенденции, какие-то подводные течения, какие-то тенденции, которые мы можем издали оценить, проинтерпретировать и обнаружить, что даже когда какое-то новое явление в пространстве социальных конвенций или культурных конвенций мотивировано капиталистическими интересами, да, интересами конкретных людей или каких-то корпораций. Вот, все равно на выходе мы получаем тенденцию, которая, например, каким-то образом рифмуется с тем, о чем мы говорили в связи с Лоусом и с зонами нулевого дизайна. Вот лайк, например. Что такое лайк? Здесь я прочитал чужой текст, не свой. И тоже вот здесь процитирую, автор его Ирина Кушнарева, он был опубликован в журнале «Логос», кажется. Он назывался, не помню как, кажется, «Лайк», как иероглиф чистого социального автоматизма, что-то в этом роде. Вот. То есть что такое у нас лайк? Мы понимаем, что это элементарная коммуникация, перешедшая на уровень автоматизма, поэтому свободная от неискренности. Это значит, семантика лайка очень проста. Да? Это просто улыбка, фактически. И
мы освобождены, то есть мы можем просто осуществить какую-то коммуникацию вне языковую, вне текстуальную коммуникацию с приятным нам человеком или оказать ему поддержку, и мы при этом освобождены от необходимости строить длинные, ну, там, в реверансах перед ним, значит, танцевать или какие-то строить фразы, какие-то тексты строить, в общем, соответствовать каким-то конвенциям, каким-то правилам приличия, да, если мы хотим даже незнакомому человеку просто передать свое расположение и добрые отношения, нам достаточно нажать кнопку. Вот, с одной стороны, конечно, это все уплощает все эти сценарии коммуникации и взаимодействия между людьми. Но с другой стороны, лайк равен самому себе. Лайк есть лайк. Да? То есть это чист иероглиф чистой общительности. Акт абсолютного автоматизма. То есть мы испытываем моментальный укол приязни к какому-то персонажу, и он у нас на уровне вот рефлекторном просто раз, и он его получает, это послание. Как там было написано в этом тексте, лайк — это спасение для тех, кто никогда не мог придумать, чтобы такое написать в очередной поздравительной открытке. Понимаете? То есть здесь нет дизайна, здесь нет декора. Мы не декорируем наш социальный автоматизм ничем. Никакими текстами, никакими реверансами и никакими правилами приличия, никакие социальные условности нам не помешают поставить лайк какой-нибудь знаменитости, которую там вне цифровой среды в нашу бы сторону даже не посмотрел. А мы бы даже не приблизились к нему, потому что мы робеем. Да? А тут мы можем поставить лайк кому-нибудь, там, не знаю, кому. Ну, не знаю. Какому-нибудь хорошему человеку. И он его увидит, и ему будет приятно. И нам приятно. И мы честны перед самим собой. Вот она. А дизайна в этом нет никакого. Да? То, о чем говорил Лосс. Наша приязнь равна самой себе. Этот лайк — это ее... Это не знак, означающий приязнь. Это вот сама она и есть, эта приязнь. Вот этот акт. И он невозможен был до появления этого функционала в социальных сетях. Вот придумал Цукерберг лайк. И у нас появилась возможность, то есть у нас появился новый орган, новая конечность, с помощью которой мы можем действительно воплощать нашу приязнь. Не обозначать ее текстами, а воплощать. Вот это и есть плоть. Плоть нашей приязни — это и есть лайк. Хотя, с другой стороны, конечно, это все симулякры и так далее. Да? Ну, вот такая двойственная ситуация. Вот. Еще одна тенденция. Значит, как я уже предупреждал, мое сообщение полно натяжек и безответственных каких-то таких, значит, интеллектуальных внезапно взбрыков умственных, которые ничем не мотивированы, и нить моего повествования на самом деле, если и существует где-то, то только у меня в голове, а объективно ее нет. Вот. Но тем не менее, мне кажется, что интересно, может быть, просто проиллюстрировать тезисы, которые я озвучиваю с помощью каких-то взятых с потолка примеров. Мне пришло в голову, что вот есть тенденция. Есть тенденция в интерфейсостроении. Люди, которые занимаются разработкой интерфейсов, знают, что сейчас выходит из моды скевоморфизм, так называемый, и входит в моду минималистичный, плоский такой дизайн. Что такое скевоморфизм? Кто не знает. Это то, чем отличаются интерфейсы, классические интерфейсы Apple и там iOS, всех этих устройств. И что очень любил Стив Джобс, который вообще очень любил, как я читал, разные хорошие, добротные вещи, кожаные диваны и там, ну что там еще, кожаные ежедневники, наверное, и там дорогой коньяк, я не знаю, ну, хорошие машины, наверное, дорогие, он любил настоящие хорошие вещи, и ему хотелось это воспроизвести на уровне интерфейса. Ну, что такое скевоморфизм? Это когда у нас произведение материальной культуры, какое-то явление материальной культуры изображает нечто,
из материального мира, но им не являясь. Ну, вот, например, как, значит, классический античный храм, там множество деталей, которые имитируют какие-то деревянные детали, которые имитируют настоящие растительные материалы, но ими не являются. Да? То есть там они имитируют что-то вырезанное из дерева, на самом деле это камень, грубо говоря. Да? Или, например, что это у нас? Это сигарета у нас. Сигарета с фильтром. Фильтр изображает пробку. Раньше фильтры были пробковые. Ну, в смысле, древесина, пробка, да. Раньше фильтры были пробковые, а потом они перестали быть пробковыми, стали синтетическими, из синтетического волокна. Вот. Но пробка имитирует, то есть принт на фильтре имитирует эту пробку. Зачем это сделано? Ну, понятно, мотивы там разные, да. С одной стороны, чтобы человек, имея дело с недобротной вещью, чтобы ему казалось, что он все еще имеет дело с добротной вещью. Вот он сидит в салоне автомобиля, и у него салон отделан такой пупырчатой пластмасской, вот, которая имитирует настоящую кожу, ну, фактуру кожи. Вот. Ему он знает, что, как бы умом понимает, что это пластмасска, но сердце, вернее, его глаза, его вот осязание подсказывает ему, что это та самая добротная вещь, как то есть, кожаная обивка салона. Да? Или когда человек курит электронную сигарету. Это уже симулякр, да, второго порядка, скевоморфизм второго порядка. Электронная сигарета — это такая пластмассовый приборчик, который выглядит как обычная сигарета. Белая. Она выглядит вот белая, как будто из бумаги, там пластмасска уже такая, которая выглядит как бумажный фильтр, который, в свою очередь, имитирует пробку. Да, на самом деле это просто ингалятор, да? Вот, скевоморфизм другого порядка. Чтобы на эмоциональном уровне человека... потому что если просто человек возьмет ингалятор с никотином в руку, ему будет грустно, он почувствует себя... Он поймет о себе правду. А правда состоит в том, что он находится в физиологической зависимости от наркотика никотин. Вот очень простая правда, да, лишенная всякого декора. Это очень неприятно. Вот. И для того, чтобы повысить продажи, необходимо, конечно, свою продукцию значит, имитировать то, что как бы, ну, ту культуру, связанную с курением. Бумажная палочка, дымок, пробка, там что там, фильмы нуар. И вот весь этот образный ряд. Ковбой Мальборо и все такое, да? Вот. А на самом деле просто человек, является наркоманом, находится в физиологической зависимости от вещества конкретного и нуждается в регулярном впрыске этого вещества через дыхательные пути. Вот. Вот что такое скевоморфизм. Это... Вот. А в случае, например, с интерфейсами программного обеспечения, ну, якобы скевоморфные интерфейсы заставляют человека вспомнить о навыках взаимодействия с реальными вещами. Ну, например, программа iBooks, там страницы листаются примерно как, ну, похоже на самом деле не так совсем, как в реальной книге, но вот как бы типа, ну, там пальцем, как это сделал, свайп, и как бы страница перелистнулась. Вот просто чтобы у человека вот эти паттерны поведенческие без не встречали сопротивления и воспроизводились при работе с программами. Или там для создания атмосферы, опять же. Вот. Что такое найти друзей? Я не знаю, этим не пользуюсь, но это какая-то попытка. Неудачная попытка фирмы Apple создать социальную сеть, насколько мне известно. Типа Foursquare. Вот. Или музыкальные программы. Музыкальные программы для домохозяек, грубо говоря, извините, это не политкорректно, для тех, кто хочет просто поиграть.
Ну, в смысле, просто позабавиться. Вот, они вот так выглядят в виде настоящей клавиатуры, такие низкивоморфные, такие сильно. А профессиональные программы, они выглядят совсем иначе. Там ничего не понятно, там очень простой, то есть как, очень сложный, но при этом минималистический интерфейс, никаких красот там нет, там просто квадратики, кружочки, стрелочки, какие-то движки, вот, ну, для профессионалов. Вот. А для людей, которые просто забавляются, они, значит, выглядят так. Вот. Для того, чтобы воспроизводились поведенческие паттерны, связанные с материальным миром, для создания атмосферы. Вот. Но это все осточертело людям, всем это уже надоело. Ну, есть такой тренд сейчас. Аналитики, которые пишут о тенденциях, о трендах, связанных с интерфейсом строения, с интерфейсостроением, пишут, что скивоморфные интерфейсы вышли из моды, может быть, со смертью. Это связано со смертью Стива Джобса. Теперь больше некому форсить эту тему внутри компании Apple. И там теперь совсем другие идеологи. И все сейчас идет к тому, что интерфейсы становятся плоскими, потому что люди, наконец, перестали бояться цифровой среды. И им уже не страшно от того, что они взаимодействуют с не настоящими вещами, а с их изображением, с интерфейсами. Да? И они, если я работаю с цифровым интерфейсом, я и должен взаимодействовать с цифровым интерфейсом. То есть интерфейс должен быть плоский и честный. Вот такой сейчас тренд в дизайне. Про это сейчас пишут. Может, кстати, это тоже сейчас сходит на нет. Вот. Не знаю, я, может быть, отстал. Там то все так быстро. Каждые 2 месяца новая выходит аналитическая статья, где озвучиваются новые тренды. Ну, вот такая была пару месяцев назад. Прям несколько статей одновременно вышло на эту тему. Плоский, значит, честный даже. Есть какой-то дизайнер, который... У него небольшая студия, это прямо его фишка. Он делает, не помню, как его зовут, принципиально такие плоские, примитивные интерфейсы, которые говорят правду. Если наша философия состоит в том, чтобы создать продукт легкий, удобный, простой, в обращении, да, то значит, почему он должен выглядеть иначе? Значит, и выглядеть должен быть так же, соответствующим образом. И почему наш дизайн не следует этой философии? Вот, ну вот, например, еще Windows 8. Я с ним никогда не работал. Ну вот тенденция есть, да? Обычно до сих пор дизайнеры интерфейса компании Microsoft старались как-то бежать по той же примерно траектории, что впереди, на шаг впереди бежали дизайнеры компании Apple, например, семерка или Vista. Это попытки сделать такие же красивые, захватывающие дух своей красотой интерфейсы, как в macOS X. Да? Вот. То тут что-то случилось с Microsoft, и они решили вдруг взять и пойти в другую сторону. И не уверен, что кто-то из этих идеологов, из этих дизайн-идеологов, которые за всем этим стоят, думают в тех же категориях, в которых мыслил Лоос, которого мы упоминали выше. Не уверен, что они думали о том, что чтобы создать области нулевого дизайна, где вещи равны самим себе, где человек видит вещи такими, какими их видит Бог и так далее. Не уверен. Хотя может быть. Но все-таки это маловероятно. И тем не менее, тенденция в культуре, вот мы наблюдаем какое-то явление в культуре, наблюдаем за трендами в интерфейсе строения. И видим, что они как-то рифмуются с тем, о чем мы говорили выше. Например, с появлением лайка, как иероглифы чистой общительности. Семантика, освобожденная от синтаксиса. Да, здесь тоже у нас происходит упрощение и возвращение к каким-то базовым базовым принципам взаимодействия. Уже не декоративно. Мы взаимодействуем не с декорацией, а вот мы знаем, что мы на самом деле читаем не книгу. Когда мы читаем электронную книгу в iBooks, например, или там в BookMate, да, мы прекрасно понимаем, что мы на самом деле не книгу читаем, а нас пытаются обмануть, подсунуть нам
некий декор, который нас вводит в заблуждение. Вот. И от этого накапливается некое подсознательное подозрение и недовольство. Да. Ощущение фальши. Особенно если человек тонкая внутренняя организация душевная, он особенно остро ощущает фальшь, и от этого ему сложно живется. Да? И вот, вот это и есть риторика тех людей, которые защищают нескивоморфные плоские интерфейсы. Говорят, хватит обманывать людей. Лояльность наших покупателей повысится, если мы перестанем им врать, что они работают на самом деле с материальными вещами. Вот. Давайте честно, люди же подросли, давно уже работают с компьютерами, и им уже не нужно, то есть они уже могут жесткую пищу. Да? Им можно открыть правду. На самом деле сказать, люди, вы действительно работаете с компьютером. Вот. Вот какое их рассуждение дает. И от этого лояльность их повысится. Вот. И интересно, что вот есть была программа, которая вызвала не вполне адекватный масштабу события ажиотаж в среде людей, которые интересуются индустрией разработки, ну, вот индустрией этих производств, связанных с производством программ для айфона. Это персональный планировщик Клер. Он очень простой, он полностью нарушает все интерфейсные гайдлайны Apple-овские. Он весь на плоских таких вот, значит, плашечках. Вот. Он совершенно с виду не скивоморфный, но он при этом скивоморфный в том смысле, что когда мы с ним взаимодействуем, скивоморфность переходит в область сценария и в область физики. То есть кто с ним работал, тот знает, что там все на, как будто мы взаимодействуем с маленькими вот реально существующими кирпичиками, у которых есть масса, упругость. Когда мы там удаляем кирпичик с таском, да, у нас происходит вибрация, и нам кажется, что мы взаимодействуем с реальным объектом. То есть это тот же самый скевоморфизм, но он перешел из области визуальной в область физическую или в область сценарную, да, в область сценария взаимодействия пользователя с этой областью интерфейса, с этим интерфейсом. Да. Вот, интересно, что он, ему очень хочется пользоваться, какой клевый. И он как бы, ну что, он красивый, но он красивый не той красотой, которой красивы программы собственные, Apple-овские или традиционные. Там нету никакой простеганной кожи, там нет никакой деревяшки, мореного дуба полированного. Вот. Он красив тем, что там все просто, он минималистичен, и он клевый, он как это, cool, да? Секси. Потому что, а секси он как раз потому, что он, эта программа является новаторской в области того, где у нас осуществляется этот вот обман, скивоморфизм в области физики. В области сценария взаимодействия. Вот. И я тоже себе его установил и очень хотел им начать пользоваться, но немножко пользуюсь. Но поскольку я вообще человек безалаберный, я никакими планировщиками не могу себе заставить пользоваться уже много лет. Может, в этом дело. Вот. Но все равно как-то он у меня там занимает почетное место на первом экране, даже на айфоне. Но я им пользуюсь редко очень. Вот. Но я к чему все это говорю? Не про интерфейсы поговорить с вами, а поговорить с вами о том, что вот есть культура цифровая, да, в том числе произведение, то есть в область, ее область, связанная с разработкой интерфейсов. И там мы тоже наблюдаем тенденцию, которая рифмуется с лайком и с тем, о чем говорил Лоос, некое упрощение, возвращение к элементарным сценариям взаимодействия. То, о чем написано в анонсе к лекции. Вот сейчас была кульминация. Я, наконец, сейчас мне удалось соответствовать заявленным. Да. Скивоморфные интерфейсы. Лайк, как иероглиф чистой общительности. Разрушение симулякров и возвращение к самим вещам. Так. То есть вот одна из стратегий... Да, почему все это? Зачем? Одна из стратегий... То есть, возможно, действительно, это конструктивная тенденция,
позитивная в том смысле, что она приведет, может быть, к каким-то позитивным сдвигам. И, может быть, за счет вот этой целенаправленной борьбы с самодекорированием в социальных сетях, в публичном пространстве, которое сейчас у нас висит, ну, состоит из социальных сетей, да, в медиасреде, может быть, целенаправленный отказ от самодизайна и от дизайна декорирования в широком смысле, это и есть один из способов жить художнику в этом мире, то есть устраниться от этих сценариев, связанных с самодекором, да, и что-то сделать и не оказаться под подозрением аудитории, а оказаться, то есть, может быть, передать какие-то смыслы. Я не знаю, какое это может получить выражение конкретное, ну вот, одна из тенденций. Это крупная моторика, да? Есть мелкая моторика, а есть крупная моторика. Это я просто забыл сказать, тоже связано с интерфейсами. Но когда у нас появляется физика в интерфейсах, вот эти все tangible интерфейсы, как вот эти вот тачскрины, да, и раньше-то мы просто, у нас все взаимодействие, до появления тачскринов, все взаимодействие с компьютером у нас было с помощью там указательного пальца правой руки, грубо говоря. Да? Вот. Этого недостаточно, потому что, как известно, мелкая моторика и моторные навыки напрямую связаны с речевым центром и с интеллектом. Это скажет вам любой детский психолог. Маленьким детям рекомендуют крутить всякие крутилки и играть в маленькие игрушечки для того, чтобы у них развивалась мелкая моторика, от этого развивался речевой центр и от этого развивался интеллект. Все это связано. То есть человек же существо всецелое, поэтому мы-то думаем, что дух отдельно, душа отдельно, тело отдельно, а на самом деле все связано. Щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом. Отними у человека необходимость повседневно пользоваться мелкой моторикой, он катастрофически поглупеет в масштабе всей цивилизации, что, собственно, и произошло, там, скажем, к концу 20 века. Вот. Человечество испытывает ужас, связанный с утратой телесности, с бредом деперсонализации какой-то, вот когда мы теряем ощущение своего тела, границы своего тела, да, мы уже, сидит человек перед компьютером, он вроде взаимодействует со сложной структурой, но он не чувствует себя, утрата телесности. И человечество, охваченное вот этой паникой на пике этого бэд-трипа, изобретает тачскрины для того, чтобы вернуть моторные навыки в повседневное взаимодействие с информационной средой, вот, и обратно поумнеть. Вот. Но оказывается сейчас, что мелкой моторики недостаточно. И вот все знают историю про то, что маленькие дети, так называемые, как-то вышеупомянутые цифровые аборигены, то есть это люди, которые родились уже в цифровом мире, да, не приехали на верхом на линейном времени в него, вот как я. Да, я родился до цифровую эпоху, потом сел на линейную временную шкалу верхом, на тележку, вагонетку, да, и она меня по рельсам привезла в цифровую эпоху. Я иммигрант. Вот. А дети рождаются уже в цифровом мире, и хорошо повезло тем детям, которые родились после появления тачскринов, потому что дети, которые родились чуть раньше, скажем, наверное, в середине 90-х годов, когда еще, скажем, тачскринов не было в широком употреблении, вот, они тоже, конечно, с компьютерами моментально научаются взаимодействовать, но тачскринов у них нету, и мелкая моторика у них не связана с этим, вот с этой реальностью, да, им пришлось сложновато, конечно, это гораздо более травматический для них опыт, поскольку вообще цифровая среда, она дискретная, а мы аналоговые. Вот, поэтому есть некая травма от необходимости взаимодействия с ними. Вот эти тачскрины, они эту травму сглаживают, наклеивают на нее пластырь. Вот этот самый дизайн, который заставляет человека почувствовать себя одетым. Вот эти тачскрины то же самое делают.
Вот. Но сейчас оказывается, что мелкой моторики недостаточно, и что хочется крупной моторики. И это слайд из презентации к лекции, которую я читал в офисе одной крупной платежной компании, которая делает эти терминалы. И я рассказывал, как я люблю эти ваши терминалы. То есть там большая кнопка, там к ней подходишь в развалку широким шагом. И опять же, по широкой дуге, широким жестом всей ладонью хлоп там, оплатить. Вот. Крупная моторика. То есть уже не только пальчики в этом участвуют. Ну я про детей это вспомнил, потому что известная байка, что маленькие дети подходят к окошку, и чтобы увеличить пейзаж за окном, вот так делают. Это действительно так. Я наблюдал это. Правда. Это не байка. Вот. А у меня сын 99-го года рождения. У него этого навыка нет. Он этого не делал еще. Вот. А вот люди, дети, которым сейчас лет по 5, например, да, в полный рост, у них вот все эти сценарии взаимодействия, они в реальном мире пытаются воплотиться, но не находят воплощения. От этого тоже, конечно, происходит фрустрация и травма. Вот. А здесь уже не мелкая моторика, а крупная. Уже все тело участвует. Спинной мозг, тазобедренные суставы, что там, широчайшая мышца спины участвует в взаимодействии с цифровым миром. Вот хорошая тенденция. Мне кажется, тоже она каким-то образом может помочь художнику в цифровом мире существовать. А какое это может найти выражение? Об этом, конечно, многие очень говорят. И здесь тоже лектора, и всякие эксперты, и сами художники говорили о том, что нужно выводить цифровое искусство оттуда, из компьютера, из экрана, переводить в реальный мир, помещать в городскую среду объекты. Да, или ну, чтобы ну, вот реально человек всем телом взаимодействовал с этой цифрой. Да. Похваленный мною выше Дима Морозов и вот именно такую сделал штуку, которая настоящая, твердая, ее можно потрогать, ее можно пнуть ногой, она сломается от этого. Ей можно настоящую металлическую монетку дать, скормить, вот, которая на ощупь там шершавенькая. На вкус солоноватые. Вот это круто. Но пока это все-таки первые, на мой взгляд, неловкие шаги. И я не хочу, конечно, никого ругать и обижать, но, по-моему, действительно, это пока все очень робко. И только пока вот, мы пока не знаем, как это может осуществляться действительно в реале. В реале. Какое может быть взаимодействие между реальным миром, между тем самым медведем, с которого наконец снято женское платье, и цифровым пространством, в котором мы живем. Между цифровым этим вымороченным заколдованным миром и тем самым родником в горной долине, о котором я тоже выше говорил. Тоже не знаю. Но вот это еще одна, значит, тенденция. Это, да, вот такое взаимодействие. Интересно, да, вот мы видим здесь катастрофу. Значит, искренность. Катастрофа. Ну вот, поскольку мы живем в мире тотального дизайна, тотального декора, мы не видим вещей такими, какими они на самом деле являются. И это такая уже прочная ткань, которая покрывает, завеса, которая покрывает подлинную реальность и ее от нас скрывает, то сейчас для современного человека, пожалуй, единственным способом прорвать эту ткань может быть только катастрофа, только какое-то разрушение. Потому что когда мы просто создаем зону нулевого дизайна, который писал Лоос, или создаем какие-то упрощенные коммуникационные схемы типа лайка, да, то опять же здесь возникает подозрение, потому что мы все давно уже этим наелись, мы все же давно знаем, что это может быть просто сознательной стратегией. Просто мы притворяемся, что мы искренне, что это нулевая, что это, мы просто знаем, что это
минималистический дизайн и все равно дизайн, который просто потому, что это модно. Вот. А настоящая искренность может быть только там, где настоящая катастрофа и разрушение. Вот здесь мы видим картину, которая изображает горящие башни-близнецы. На самом деле это принт, очень сильно испорченный алгоритм сжатия JPEG, который один художник современный выводил. Ну, такое очень, очень плохого качества изображения, но он очень высококачественная печать на какой-то серебряной поверхности, какими-то особо дорогими чернилами, ограниченным тиражом печатал эти принты. Вот. Это отдельно интересная тема, да. Но вот здесь мы, когда мы видим низкокачественное изображение, когда мы видим настоящую катастрофу, мы видим, что именно здесь ткань нашей реальности разрывается. И, возможно, второй стратегией, которая может быть конструктивна для нас, является создание катастрофы или попытка представить себя в глазах публики наихудшим образом. Это тоже давняя традиция. Художник, который является человеком-катастрофой, этот образ появился еще в эпоху романтизма. Там Бодлер — человек-катастрофа, кто там еще? Латреамон — человек-катастрофа и так далее. Десад — человек-катастрофа. Это тоже стратегия, которая использует, манипулирует, вернее, эксплуатирует умозаключение, которое состоит в том, что если человек плохо выглядит, значит он, ну, если он выглядит плохим, злым, значит он искренний, значит он не пытается притвориться хорошим, значит он сознательно отказывается от самодизайна. То есть это отказ от самодизайна, который принимает форму не просто нулевого дизайна, нулевого декора, а отрицательного. Вот, видим мы здесь вокалиста группы Mayhem по имени Маниак. Мы смотрим на него, он весь перепачкан кровью, а на лбу у него свастика, Hakenkreuz, нарисован. И мы смотрим на него и понимаем, как это ужасно, и в то же время сколько в этом правды. Он не пытается показаться хорошим, он типа такой, какой он есть. Ну и понятно, что, ну, все понятно и про Маниака, и про все это. Про эту стратегию тоже понятно, что это стратегия, но что это стратегия, сознательно избранная маска такая. Вот. Множество таких есть персонажей. Но в то же время есть, опять же, такая некое разрушение подозрения. Вот мы говорили о том, что дизайн есть машина по созданию глобального пространства подозрения к вещам. Так вот, это разрушение подозрения. Да? Вот здесь мы видим другой аспект. Здесь мы видим религиозно мотивированных людей, которые сознательно... Это юродивые, да. Юродивые, религиозно мотивированные. Они, значит, у них есть связь с какой-то истиной, объективно существующей. Они находятся в личных отношениях. И на аксиологической шкале это их связь с абсолютом находится выше всего. Вот. И их задача, ну то есть, конечно, это очень сложная практика и сложно внутри себя устроенная, она связана и с личной аскетикой, но и с работой с публичным пространством тоже. Известно о юродивых и византийских, и русских, что они вели себя безобразно в публичном пространстве. Они делали шокирующие вещи, причем совсем шокирующие, по-настоящему шокирующие. Не просто бегали голые по улицам, но и или там обличали монарха, не боясь никаких репрессий, но и действительно делали вещи шокирующие и необъяснимо неприятные. С одной стороны, это их личная эскетическая практика, а с другой стороны, это некая деятельность, которая сродни вот созданию публичного образа человека-катастрофы,
когда вот у человека есть некий контент, какие-то смыслы, которые он пытается своей деятельностью передать в публичном пространстве, их транслировать, ретранслировать, передать людям. И если они просто выйдут с конвенциональной проповедью на площадь, их уже никто не услышит, потому что слова проповеди христианской никому ничего уже не говорят, потому что все эти слова замылены, ничего не значат. Никто ни во что не верит. И слова ничего не значат. Вот. А значит их поведение. Потому что оно, во-первых, взламывает социальные протоколы, социальные условности. Они взламывают знаковые системы, они разрушают зону комфорта, персональную зону комфорта каждого, кто оказался вблизи этого человека, когда он зажигает там на площади. Да? Вот. Но при этом эти люди совершенно свободны, потому что они не находятся во власти правил игры, принятых в обществе. И именно эта свобода, то, что они лишены социальной оболочки, дает им возможность передавать смысл в неискаженном виде. В этом смысле вроде бы в нашей православной традиции это вот те самые художники, которые осуществляют свою деятельность в зонах, свободных от категории победы и поражения, потому что они уже проиграли. Они проиграли по всем параметрам заранее, им уже типа нечего терять. Да? Они совсем проиграли. Они на последнем месте. Вот. Но последние станут первыми. Вот. Они свободны, и они ищут новые способы. Их активность является активностью, направленной на поиск распространения новых форм жизни. Вот. Ну, тут множество цитат из Писания, подтверждающих мои слова. Вот типичный современный художник-перформансист. Отличается он только от современного художника-перформансиста или акциониста тем, что он религиозно мотивирован. Если современный художник тоже, в общем, религиозно мотивирован, только не этой религиозной традицией, да? А у него там, допустим, есть какое-то представление о правде. У Марины Абрамовича есть представление о правде, какое-то свое личное, которое она через кровь плод пьянства и гортанобесия сформировал на протяжении своей биографии сложной. Вот. И вот это представление о правде, она пытается ему остаться верной, пытается остаться ей, этой правде, сохранить ей верность. Вот. И на уровне пластических средств это находит выражение в ее там, перформансе каких-то шокирующих. Да, в которых очень мощна нравственная вертикаль, нравственное измерение в перформансах Марины Абрамовича. Они всегда, когда Марина Абрамович работает, то приходит то каждый человек, входящий в выставочное пространство и начинающий с ней взаимодействовать, оказывается тоже перед нравственным выбором. Вот как-то так ей удается все повернуть, что люди, которые на нее приходят, может быть, они пришли полюбоваться на смешную клоунессу, а так получается, что они оказываются в ситуации нравственного выбора. Вот. Или люди, которые... Или Крис Бёрден тоже так себя вел. Причем Крис Бёрден, интересно, это тоже известный перформансист, его даже иногда называют предтечей, ну или там предшественником Марины Абрамович, но он при этом человек был, возможно, как раз вот то, о чем мы говорили, лишенное всяческого нравственного измерения или эстетического измерения экспериментальной культурологии. Он действительно ставил эксперименты. Он провоцировал людей. Там, например, он сидел и топил себя в тазике с водой, и за ним а зрители наблюдали за ним через видеокамеру. Вот. И они могли бы как-то вмешаться, но они не вмешивались или вмешивались. Ну, в любом случае, человек, который приходит на выставку, садится на стул и смотрит, как художник себя убивает на его глазах, оказывается в ситуации нравственного выбора.
и перед ним проносится туч, как называется, вихрем проносится перед его умственным взором такие проблемы, как там, что такое вообще выставочное пространство, где кончается игра, начинается настоящая жизнь и так далее. Да? Вот. Вот Крис Бёрден. Но в любом случае такая деятельность состоит в том, что художник ставит перед зрителем серьезные вопросы метафизические, связанные с этикой и с экзистенцией вообще. Вот. В этой связи, наверное, можно поговорить о уже вышедшей из моды эстетике глич-арт. Глич-арт — это эстетизация цифровой ошибки. Глич — это глюк в переводе с английского языка. Вот. В музыке он, конечно, очень тоже используется активно, и первоначально словом «глич» называлось особый стиль электронной музыки, который использует всевозможные там, артефакты цифровые при цифровом преобразовании музыкального сигнала, звукового сигнала. Да, но глич в общем случае это эстетизация цифровой ошибки вообще. Вот. Это картинки, которые специально плохие, специально намеренно уродливые. Или в которых специально какой-то есть изъян. Тем самым, во-первых, такая картинка. Какие у нее достоинства? Во-первых, мы понимаем, что картинка, пережатый JPEG — это скорее правда. Скорее это правда, чем кино. Когда мы смотрим на там какое-то высококачественное изображение в кинотеатре 3D или там какое-нибудь еще, мы понимаем, что его специально для нас нарисовали, чтобы нас усладить. А когда мы видим пережатый ролик на YouTube, мы понимаем, что это сейчас на самом деле происходит в реальности. Или там или когда мы... Ну и на этом как раз много игры, конечно, происходило. Например, фильм «Ведьма из Блэр», который имитирует съемку на бытовую камеру. И от этого он особенно страшный, потому что нам кажется, мы не понимаем, это мокюментари или это правда на самом деле документальный фильм, или это просто такой, значит, киноавангард. Вот. Но у нас, нам кажется, что это на самом деле происходило, поэтому страшно. Или фильм «Кловерфилд», «Монстр», он в нашем прокате происходил. Там тоже все на бытовую камеру снято. Вот. Когда мы видим плохую картинку, нам кажется, что это правда. Мы и склонны верить больше, потому что как раз за то, что она уродливая. Она уродливая, не хочет нам в наших глазах выглядеть хорошо. Поэтому, наверное, она правдива. Правда, то есть правда. Одно достоинство плохой картинки. С другой стороны, конечно, появляется новая семантика в испорченных изображениях. Когда мы видим Мону Лизу разрушающуюся, там, какую-то, которую подвергли цифровым преобразованиям, или там при сохранении JPEG выключили свет, JPEG сломался, или мы случайно открыли JPEG в текстовом редакторе, поменяли местами два фрагмента текста, и все побежало, поплыло. Вот. И смотрим на результат, мы понимаем, что у нас сразу много мыслей умных в голове по поводу состояния современной культуры. Вот мы смотрим, раньше Мона Лиза была великим произведением изобразительного искусства, а сейчас Мона Лиза... У нас сейчас постмодернизм на дворе. И поэтому для нас Мона Лиза — это просто фон для фотографии в Инстаграме. Вот приехал я в Париж, пришел в Лувр, растолкал восточно-азиатских туристов, попросил другу щелкнуть себя на айфончик, повесил на Инстаграм. Вот зачем нужна Мона Лиза в современном мире. Больше ни для чего. И для того, чтобы проиллюстрировать эту ситуацию в культуре, мы... как бы буквализируем это. Да? Берем цифру, цифровые технологии, с помощью цифровых технологий разрушаем изображение Мона Лизы. Это же на самом деле не Мона Лиза, а изображение Мона Лизы. И это не цифровые технологии, а изображение цифровых технологий. И мы как бы изображаем, ну, понятно, такая семиотическая игра. Да? Вот. Появляется новая семантика. И с другой стороны, ну, злорадство. Злорадство, некое злорадство, которое эмоция, которая сродни эмоции луддита при виде горящей фабрики, да, или сломанного станка. До сих пор нам было страшно, что
вот эти безупречные цифровые технологии порабощают человечество. Они совершенны, а мы нет. И никакие тесты Тьюринга их не разоблачают, потому что они сильнее. И матрица, и мы все в плену у них. Но тут вдруг мы видим, что в матрице сбой, что матрица разрушается. И так, да. Матрица разрушается, и что на самом деле у нас есть еще шанс выжить. Это вот здесь изображен глич, который был, когда у нас были морозы в декабре, и было там типа минус 17. Что-то потекло, что-то замерзло, замкнулись какие-то контакты, и сломалось вот это светодиодное рекламное табло на гидропроекте. Это было очень красиво на протяжении довольно долгого времени. Вот такой был, на самом деле, надо смотреть в динамике. И вышеупомянутый Дима Морозов говорил, что на самом деле надо было вот гидропроекту, вернее, Господу Богу дать премию Кандинского за такое прекрасное произведение глич-арта в городской среде. Вот. Приятно на это смотреть. А почему приятно? Ну, красиво, конечно, с одной стороны, да, мелькают полоски цветные, а с другой стороны, злорадство. Левиафан капитализма, вот, и вот всей этой рекламы, и вот этой подавляющей человека, вскрикнул от боли. И вот это, мы видим этот крик. Вот, и мы типа победили, ну, как бы побеждаем дракона. Вот такое ощущение, понимаете? Вот такая тема. Гличард. Так, штыгим и пульт. А сколько у нас времени? Нет, осталось мне. Пора сворачиваться, да? Ага, сейчас. Так, ну, свобода, я уже говорил. И вот что же нам делать? Хорошо, никак или плохо? Это вот развилка такая. Хорошо это типа заниматься декором, дизайном. Никак это нулевой дизайн, а плохо это гличард, юродство и это самое, и мейхем. Вот. И, значит, вот Гройс в той брошюрке про публичное пространство, вот, что в случае, если хорошо или никак, или плохо, в любом случае как бы перцепция наших смыслов, которые мы пытаемся передать, искажена, засорена подозрением, что про нас думают, что это специальная стратегия. Как бы мы ни выглядели. Если мы пытаемся выглядеть хорошо, про нас думают, что, наверное, это стратегия. На самом деле нам есть что скрывать, что мы на самом деле врем. Если никак, то тоже, наверное, думают. Он специально практикует нулевой дизайн, отказывается от декора, от самодекора, от самодизайна, потому что тоже ему есть что скрывать. А если он выглядит плохо, то либо это тоже сознательная стратегия, либо он на самом деле плохой в реальности, вне всяких стратегий. То есть что делать? Что делать? Ничего нельзя. Ну, как бы все уже, не поверят. Как бы мы ни сказали, как бы мы ни кувыркались, как бы мы ни улыбались или наоборот не строили из себя человека-катастрофу, отвратительного, злобного недоумка, вонючего и неопрятного, все равно нам не поверят. Что же делать? Что же делать? Вот. Оказывается, что вот в такой ситуации, когда ничего нельзя, парадоксальным образом все можно. Это значит, что ну вот в ситуации такой ограниченности, таких очень жестких рамок, любая стратегия, которая оказывается успешной в современном информационном пространстве, она не может быть обоснована ничем, никакой целесообразностью культурной, культурологической или социальной, или там экономической. А все это вопрос, ну, это вопрос, относящийся к области личной, индивидуальной практики. У каждого человека своя практика. Вот если его накроет как-то, и он поймет, как действовать в этой ситуации, когда шаг вправо, шаг влево, никто не поверит. Вот, только в случае, когда какая-то индивидуальная личная стратегия вдруг оказывается эффективным. То есть, с одной стороны, конечно, это хуже, опаснее и сложнее, когда нет готовых рецептов. А с другой стороны, и как там Гройс написал, что сейчас художник оказывается в ситуации вот этого канатного плясуна из Заратуштры.
Ницше, которому, несмотря ни на что, удается балансировать и стоять на канате на глазах у публики. Вот. И возможно, кстати, что одна из... То есть мы говорили на нашем интенсиве, что... Я уже заканчиваю. Мы говорили на нашем интенсиве, что, наверное, кто-то из художников, у кого достаточно там, жизненной энергии, экспансивности и темперамента, то он может пытаться оседлать этого огненного дракона, медиасреду наш, взаимодействовать активно со всеми этими вот делами, которые в социальных сетях происходят, в медиасреде, вот, в этом пространстве симулякров, да, и пытаться с этим взаимодействовать. И если, значит, язык разрушен, и ничего не осталось, вот, и кругом ад и мордор, но все равно надо смысл передавать. Ну, значит, не надо гнушаться даже этим разрушенным языком, и нужно пытаться использовать... То есть пытаться делать добро из зла, да? Пытаться использовать разрушенный язык даже на этом разрушенном, фрагментирующемся, разрушающемся, ничего не означающем языке, все равно как-то парадоксально пытаться что-то сделать. Но для этого нужно постоянное балансирование на канате и это что-то вроде родео. Пытаться в социальных сетях что-то делать. Да. Там все так активно, вот, ризома так витально и так агрессивно, что каждому отдельно взятому человеку, конечно, сложновато с ней справиться. Но, может быть, кому-то удается или удастся. Сейчас не знаю, кому сейчас удается. Вот. Но, может быть, теоретически это возможно. Вот. Может быть, одна из стратегий возможных, когда смыслы порождаются коллегиально. То есть каждый отдельно взятый человек не может ничего сказать. Но возникает малая группа, которая... существует в режиме изолированности от всей медиасреды и внутри себя порождает какие-то смыслы, и там, ну, грубо говоря, ну не знаю что, ну, кружок единомышленников в ЖЖ. Они не общаются, ничего не читают, они только друг с другом разговаривают, порождают какие-то смыслы, и в конце концов какой-то смысл порождается такой, весомый, увесистый, который набрал такую критическую массу, который прозвучит, который услышит в публичном пространстве. И вот они там в малой группе некоторое время что-то порождают, а потом выходят с готовым продуктом в публичное пространство, и он уже прозвучит. Что одного человека не услышит, то есть то, что породил один человек, то, что может сказать один человек, никто не услышит, не увидит, пролистнет. Добавит себе в Пинтерест и забудет. Вот. Но когда это какая-то коллегиальная деятельность, литургическая, это возможно, можно перекричать ризому. А, вот, да. Ну и понятно, что одна глава хорошо, а две лучше. Я много раз наблюдал, как сейчас уже, конечно, в меньшей степени, потому что ЖЖ постепенно сходит на нет, но в золотой век развития ЖЖ, когда очень активно происходило общение, там я следил за множеством кружков, да, единомышленников, и они, например, вот сидишь с утра, начинаешь читать ленту, и понимаешь, что вот в одном кружке вдруг возникает какая-то тема, ее начинают обсуждать, порождать какие-то новые смыслы. Параллельно с этим какой-то совершенно другой кружок, который никак не коммуницирует с первым, тоже какие-то свои смыслы порождают. Потом эти смыслы всплывают на поверхность уже в более-менее оформленном виде. Всплывают на поверхность, и вот на этой поверхности они вдруг начинают друг с другом вступать в это взаимодействие. Кто-то сказал «А», ну, вернее, кто-то сказал такое «А» коллегиальное, большое, какой-то смысл породил, кто-то сказал «Б». Вот, и они вот в публичном пространстве эти смыслы соединяются и образуется какой-то новый смысл. Или там, или три кружка, или 10 кружков. И такое впечатление, что какой-то за этим всем стоит ангел и, как бы забавляясь, как бы играя, заставляет независимо друг от друга людей писать какой-то единый глобальный текст. Да, они просто думают, что они общаются о чем-то, обсуждают какую-то частную проблему. Вот. Но потом, когда они все это, какие-то свои проблемы обсудили, все это объединилось в какой-то текст, который там, типа, ближе к вечеру вдруг появляется в публичном пространстве. Вот, в ЖЖ, да, в пространстве ЖЖ вдруг звучит какой-то текст, который сознательно никто конкретный не писал. Ни один из этих людей сознательно этот текст не писал. Он как бы написался сам, коллегиально, литургически. То есть, ну вот, как, вот так, эгрегориально. Извините за выражение. Григор написал этот текст. Григорек.
Вот, еще одна стратегия. Малые группы, да. Ну и третья, наверное, стратегия — полностью устраниться от всего этого, удалить все аккаунты во всех социальных сетях, не читать новостей и тихо, пока никто не видит, там у себя в келье молиться и писать картины маслом по холсту, чтобы никто не видел, главное. Тоже художественная практика. И, возможно, в этом будет, как мы говорили на интенсиве, наиболее радикальный художественный нонконформизм, вот в таком полном устранении от всего. Вот. Аудитории нет. Вернее, есть. Аудитория состоит из самого художника и Господа Бога. Вот. А там будь что будет. Вот. Вот возможны пути развития и стратегии. Но ничего конкретного я здесь не назвал. Спасибо за внимание. Лекция окончена. Жду ваших вопросов. У нас есть немножко времени, наверное. Да. Подождите, я к вам с микрофоном подойду. Вот у меня есть вопрос. Вы говорите, что художники пока не научились какими-то там цифровыми технологиями пользоваться как инструментом. Ну, то есть только в качестве там аттракциона какого-то и как бы медиа ради медиа, там, ну, если я правильно понимаю. У меня вопрос, как вы считаете, достаточно ли художники в, может быть, даже не цифровых своих работах, то есть там любыми инструментами отразили именно вот проблематику, какую, ну, как сильно нашу жизнь изменили все вот эти вот цифровые технологии, то есть вот не в качестве инструмента, а в качестве проблематики вообще изменения общества? Ну вот я говорю, что проработка этой проблематики пока в зачаточном состоянии находится. Вообще надо же понимать, что художник далеко не всегда является культурологом-экспериментатором. Иногда он просто делает то, что Бог на душу положил. Да? И очень часто художники полные идиоты. Правда, очень часто. То есть они не могут связать двух слов, они очень глупы, вот, но у них получается очень хорошо. Или они, допустим, жадный, и он хочет бабла себе заработать. Вот. А при этом у него нечаянно получается что-то прекрасное и что-то прорабатывающее эту тему. Вот. Поэтому если эта тема будет проработана, то совсем не обязательно в результате сознательных усилий каких-то художников-мыслителей, которые вот, там, теоретиков. Или, вот. Но отвечая на ваш вопрос, пока... Действительно. Ну, может быть, те, кто развлекался с гличартом, вот с этим, с разрушением, кто эстетизирует ошибку, вот, может быть, они, эти люди, более или менее уже уверенно работают на территории, о которой мы говорили. Часто, может быть, без рефлексии. То есть. Вот простите, просто есть такая, ну, как бы, такое мнение, то, что как бы художники вот используют технологии, но как-то тему. Ну вот саму проблематику игнорируют специально. То есть, окей, вот они появились, мы их будем использовать, но что изменилось с тех пор, как они появились, мы обсуждать не будем. Смысл только вот использовать как инструмент. Ну это вообще, может, отказ от вербализации, потому что действительно, что болтать языком, лучше заняться делом. Специально отказываются от проработки проблематики. Ну не знаю, может, им страшно. Это же серьезное дело. В последние времена мы все умрем. Да? Я не знаю. Я не знаю, почему люди бывают молчаливые люди. Я вот, наверное, болтлив. А есть люди молчаливые. Я не знаю, почему. По разным причинам. Кто-то более уверенно себя чувствует, работая с нотами или красками, а кто-то работает там со словами языка. Не знаю. Может быть, если человек активно работает в искусстве, у него просто не хватает психической энергии на вербализацию и на теоретизирование. А я, поскольку сам ничего не делаю в современном искусстве, у меня есть повод поболтать. Да, есть много сил остается и свободного времени. Вот. Ну да, да. Ну то есть, да, действительно, на уровне конкретных произведений тема не проработана. Это мое мнение. Со мной, конечно, многие будут спорить. И, может быть, ну то есть... Предыдущие эксперты, которые здесь вот в рамках образовательной программы выступали, мне кажется, они настроены более оптимистически. Как, ну, мы все сейчас все соберемся и все эти темы проработаем. Но пока в реальности этого не получается, мне так кажется. Да, еще вопрос. Я ответил? Да. Вы
вот вы вскользь упомянули Бодрияра, вот, да, который писал, что человек, в общем, потерял свою онтологическую связь с космическим логосом, вот, разучился видеть, интериоризировать то, что он видит, и окружил, в общем, себя бесчисленными экранами, самоампутировал все, окружил себя гаджетами, в общем, и остался такой обрубок, у которого осталось только право на ретро, право чувствовать меланхолию, вот, вспоминать свои аналоговые грезы, Nintendo, вот этот глич, это же все, мне кажется, отсыл немного туда. Это регрессия, вот эту материнскую аналоговую утробу. Вот. А есть Маклюин, который по этому поводу был очень оптимистичен. В общем, это имплозивное сжатие, схлопывание, мы все станем глобальной деревней. А, в общем, у нас будет единое такое архаичное сознание племенное, но помноженное вот на эту мозаичность мира, то есть такое интегральное. Вот. И мы станем такими тотальными андрогенами. Платоновскими. В общем, ближе у вас ваша позиция. Все-таки вот такая вот заунывная, то, что вот единственное, что нам поможет чувствовать себя живыми, это террор и заигрывание со смертью, или вот оптимизм такой маклюиновский. Ну, оба правы. Я, собственно, об этом говорил все время, что оба правы. И там и Бодрияр, и Маклюин, конечно, просто. Но это же не заигрывание. Заигрывание со смертью. Это работа со смертью. Это то, с чем надо работать. Это реальность. Да? Мы все умрем. Вы знаете, вы слышали об этом? Знаете? Смертность среди людей 100%. Все умрем. Вот. И это реальность, с которой необходимо работать. Да, иначе. Вот. Поэтому это не заигрывание. Но, опять же, реальность стоит в том, что да, мы все теперь связаны. И этот самый индивидуализм, который появился в сознании европейского человека в эпоху Возрождения, не было же никакого индивидуализма. В средние века никаких индивидуумов не было, в помине, в голову не приходило никому, а в древнем мире вообще. Там, в языческих обществах был род. Да, или там была там в древней Иудее был там народ богоизбранный там, и так далее. Да. Никакого художника, творца в средние века не было. Был один из работников цеха. Да? Вот. А потом появился начался Ренессанс, и появился этот индивидуализм, индивидуум, понятие индивидуума. Вот. Наверное, сейчас опять разрушится. Сейчас мы опять вернемся к каким-то архаическим схемам, да, и связанным с традиционными обществами. Это интересно. И, то есть, я, в принципе, настроен оптимистически. Я просто, конечно, говорю, я не знаю никаких ответов, и у меня нет никаких конструктивных программ. Но мне кажется, что все само как-то промыслительно устроится. Что все, ну, интересно за этим наблюдать. Конечно, много народу поляжет, но так всегда бывало, к несчастью. Да, такой уж у нас мир поврежденный. Вот. А так, да, правы оба. То есть один говорит, что... Один описывает, Бодрияр описывает ситуацию, Маклюин говорит об инструментарии работы с этой ситуацией, может быть. А что, разве Маклюин прям оптимист такой? У меня нет такого ощущения. Просто он более как-то... А? Умер раньше. Ну да, да. Кстати, ну смешно, что он говорил про телевидение как про холодное медиа, да? А когда он про это... Холодное — это значит, которое типа не агрессивное, которое не навязывается, которому можно противостоять и с которым можно взаимодействовать человек, который не подавляет человека. Он говорил, что телевидение — это холодное медиа, которое не агрессивное. Вот. Почему он такое говорил? Телевидение же страшно агрессивное, горячее, очень медиа. Вот. А он тогда говорил про это потому, что тогда телевизор — это был этот самый как КВН, такой маленький экранчик, которого не видно. Он не был таким домашним алтарем размером со стену. Да? Вот. И про интернет он тоже ничего еще не знал. Может быть, он поэтому был более оптимистично настроен. Но я думаю, что он вообще просто такой... Угу. Ну вот, да. Дима Соловьев оптимист, оптимистически настроен, и за этого, а я тоже оптимист. Просто и Дима Соловьев, и я, мы пытаемся сохранить трезвость какую-то, и
ну, типа, смотреть в глаза фактам. Ну, так. Еще. Да, слушаю. Вот вы говорите о работе со смертью, над смертью. Собственно говоря, через разрушение своего скафандра. А в чем это заключается для вас, вот именно разрушение? Это типа личный вопрос, да? Ну... Ни в чем я лицемер, я сам ничего этого не практикую. Ну, личный вопрос, личный ответ. Ну, я стараюсь тоже. Как. Ну, в чем это? Ну, как? Ну, это какие-то личные такие подробности, связанные с личными эволюциями какими-то аскетическими. Ну, это не то, не интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за лекцию, очень интересно. Хотела задать такой вопрос. Ваш личный, раз уж перешли на личные вопросы, ваш личный прогноз, в какую сторону будет двигаться цифровое искусство или вообще сочетание обычной повседневной жизни и цифрового мира? Я имею в виду то, когда вы рассказывали по поводу интерфейсов и что обратно к простоте и... человеку требовалось относительно психологического привыкания того, чтобы использовать какие-то механизмы, имитирующие реальные, да, ну, то есть какие-то предметы, к которым мы привыкли. Вот ваш прогноз, как дальше будет развиваться эта тема? Спасибо. Я не знаю. Но я же говорил, что у меня нет никаких готовых ответов, и только наблюдения и предположения. Я говорил о тенденциях. Ну, есть тенденция по возвращению. Но сейчас для нас это все в новинку, все эти цифровые технологии и вся эта медиасреда, и мы еще пока не очень понимаем, как с этим быть. Это переформатировало, конечно, серьезнейшим образом цивилизацию, и мы пока все ощущаем себя травмированными. Ну, нам больно, мы практически в бессознательном состоянии все, мы еще не привыкли. Но потом мы, я думаю, что через некоторое время научимся жить и в постмодернизме, и в медиасреде в современной этой. И, в общем, наверное, и материальный мир вернется в нашу жизнь снова, и у нас уже не будет такого зазора страшного между виртуальностью и материальностью. И мы научимся скакать легко с цифры в материю и обратно, и там всевозможные дополненные реальности, все такое. Вот. Да, то есть я думаю, что человечество с этим справится как-то. Ну, либо конец света будет, и тогда вообще все будет хорошо. Ну вот лично вы как считаете, что больше, какая вероятность, дауншифтинг из цифрового мира или все-таки... адаптация. Ну вот дауншифтинг — это бегство, которое вызвано травмой. Травма, я объясню, почему травма. Ну, как бы мы говорили о том, почему травма. Дауншифтинг — это бегство, и это когда человеку плохо, и он не знает, как с этим быть и как с этим работать, он в ужасе спасается туда, в зону комфорта в свою. Это тоже это трусость, и это не... Ну, для кого-то, да? А для кого-то это наиболее подходящая личная практика. Я не знаю насчет дауншифтинга. Это скорее не решение проблемы, а бегство. То есть всем дауншифтинг не показан. Он показан только, наверное, отдельным людям, для которых это... Нет, я не конкретно про дауншифтинг и значение, что это слово означает, а про то, что... Как вы считаете, адаптируется человечество? Ну, я же говорю, да, адаптируется. Да, и мы травма это будет изжита, и мы перестанем из этого переживать, научимся этим взаимодействовать, и будет еще что-нибудь хуже. Потому что когда изобрели печатный станок, тоже была большая травма для всей цивилизации. Когда началась эпоха серийной воспроизводимости произведения искусства, это тоже была большая травма для всей культуры. Когда была чума в Европе, это тоже была большая травма
европейская цивилизация была отформатирована чумой в 15 веке. Ой, в 14-м. Ну, в 15-м. Вот, и все равно справились как-то. Вторая мировая война. После Освенцима нельзя писать стихи. А все равно пишут. И ничего. И ничего. Прекрасные стихи пишут после Освенцима. Простите, а вот еще вопрос про гличарт. А это понятие конечное? То есть когда начало цифрового использования вдруг стало преобладать, вот появился такой стиль, как гличарт. А потом уже это стало настолько повседневностью, что каждый, просто, наверное, не знаю, мне кажется, каждый первый обладает смартфоном или компьютером, который производит эти вещи. И то есть до сих пор это является искусством, до сих пор производимые такие вещи. Это не является искусством, это является одним из пластических средств, которое срабатывало, например, год назад, а сейчас это стало мейнстримом. Ну, я огрубляю, да, и сейчас это уже не срабатывает. Это просто один из инструментов. Как? Один из инструментов. Да. Сейчас, ну, сейчас все насмотрелись на этот глич, и он уже не модный. И сейчас уже, а сейчас там что-то другое. Вот как этот ВОЗ и луч, и метрополь. Там уже другая тема немножко. Она, конечно, наследует глич-арт, но это там уже другая тема, да. А как это теперь называется? Не знаю. New Ugly, кажется. New Ugly. Новые уродливые. Да? Но я не уверен. Я просто встречал этот термин однажды. Спасибо. Как? C-Punk? Я не слышал такого. Да? А еще я, Ульянов, это который луч, Анатолий Ульянов, писал, что вот эти новый кич, кибер-кич, сайбер-кич, он его называл. Да, он говорил, что это воплощает тоску 2000-х по 90-м. Вот в 90-е было настоящее биение жизни, и кровь струилась в жилах. А в 2000-е наступила стабильность и тоска. Вот. Но на самом деле он имел в виду, что... Ну, я думаю, что он имел в виду. По крайней мере, на самом деле это тоска постмодерна по прямому лирическому жесту. Да? Когда 2000-е, где все такие циничные и все так красиво и ничего не означает. Тоскуют по 90-м, когда была настоящая движуха, кровища, огонь, взрывы и трэш, и что там, угар, и садомия. Вот. Вот это тоска по модерну. Тоска постмодерна по модерну на самом деле. Вот. Си, как еще раз? Си. Ой, я сегодня про это увидел статью про Vaporwave, но только не прочитал. Но мне кажется, что это какой-то просто блогер придумал этот термин и решил его форсить. Да? А C, почему C? Компьютерный. То есть буква C, C-панк. Да? Ну, посмотрим, да, может быть. C-панк — это просто из-за цвета началось изначально. И раз я начала издалека здесь кричать что-то, то позволю себе тоже поделиться своими скромными, да, наблюдениями, они намного скромнее, но я об этом много думаю ежедневно, и как я это вижу, да, с научной точки зрения, что сейчас нас ожидает? Это сплошная автоматизация. То есть со временем мы потеряем очень многие профессии, которые нас сейчас окружают, и высвободится творческий потенциал у большинства, да, желающих, по крайней мере, это сделать. У многих сейчас сдерживает страх. Ну, как, например, меня, вот я сейчас держу микрофон и делаю это крайне редко. И единственный способ, как я вижу, это прийти как раз к минимализации, упрощению, уродству, да, так называемому, которое сегодня уже применялось слово. То есть мы понимаем, что вот это, допустим, искусство, оно выглядит не так идеально, как нам бы хотелось, но у нас есть возможность сделать то же самое. И то есть... у нас появляется возможность пробовать. И это в отношении музыки. Сейчас есть инсталляции просто тишины, пустоты, когда люди также приходят и уходят, вообще не успев ничего даже осознать. То же самое, но это в любом направлении. Это единственный способ прийти к такой коллаборации. И вот то, что сейчас эти домохозяйки, которые дома пытаются, да, наигрывать какие-то песенки в айфонах, это тоже не хронофагия, это просто желание, это осознание того, что мы живем в
мясном скафандре, то, что у нас есть тело, а не я тело, и... То есть и в этом и есть тенденция. Мы сейчас до конца максимально все изуродуем, потом все попробуем, будет коллаборация, и мы вернемся к вот этой безиндивидуальной античности. Ну, хорошо, наверное. Наверное, хорошо. Но, да. Такие эйфорические тексты звучали чуть-чуть раньше. Это как раз вот до того, как... Когда возможность превращается в обязанность, мы говорили об этом, тогда утопия превращается в антиутопию. Сейчас мы вынуждены осуществлять публичную творческую деятельность с помощью Инстаграма и что там еще, Вайна и там порождение каких-то статусов в Фейсбуке. Мы вынуждены, потому что это и стало частью социального протокола. Но, возможно, это такая болезнь роста, и действительно все в конечном счете станет хорошо, и человечество действительно воссоединится, как говорил Августин Блаженный, человечество при грехопадении упало и разбилось. Вот. И ему нужно воссоединиться. То есть утраченную цельность, утраченную коммуникацию восстановить в масштабах всей цивилизации, вообще всего человечества, как биологического вида. Может быть, то, что сейчас происходит, действительно, в цифровой среде это и все неприятности, это всего лишь болезни роста, и закончится все золотым веком. Вот. Может быть. Ну хорошо, социальные блоги. Вот мы сейчас там стали все одинаковые, да, то есть это нас уравнивает в интернет-среде. И там вот появляется возможность выдумывать себе невероятные, да, анонимы и пользоваться любыми снимками, любыми фотографиями. Фейсбук запрещает же анонимов, да? Мы же знаем, что на Фейсбуке виртуалы не прокачаешь никак, к сожалению, в отличие от ВКонтакта. Ну благо есть не только Фейсбук, мы находимся и на других сайтах, и... Сейчас мы, конечно, нахватаем, да, чужого материала, чужих картинок, но нам так или иначе надо будет в себя показывать. И опять же, не создать сразу, не нарисовать какие-то невероятные, да, сверхъестественные картины. Поэтому нам нужно с простоты, да, вот с этого. Вот просто для чего все это создано, как я вижу. По крайней мере, вот футурология, она мне видится именно такой. Это достаточно просто. Ну, наверное, да. Всё, я спасибо. Тоже думаю, что все будет хорошо. Ну, это самое, работа санитаром в хосписе никогда не станет мейнстримом, понимаете? То есть взаимодействие с настоящей реальностью, с подлинной, да? Понимаете, о чем я говорю? Не имитация там, и не попытка вернуть утраченную телесность, а по-настоящему, когда мы начинаем работать с реальностью. Вот. Это мейнстримом никогда не станет, потому что это естественно, это является частью естества человека, взаимодействовать с самими вещами. Ну, вот. Как это может стать мейнстримом? Что значит тогда в этом случае, что значит стать мейнстримом? Когда все этим станут заниматься, это станет немодно. Ну, я не понимаю, это мейнстрим — это немножко слово не об этом. Вот. Просто я говорю о том, что, может быть, тенденция стоит в том, что, несмотря на то, что оно все такое цифровое и перепостмодернистское, мы все равно, мы, человечество, найдем способ вернуться к самим вещам, к подлинной реальности. Вот. Да. Олег, хотел чуть вернуть дискуссию к таким прикладным вещам, к компьютерным играм. Например, вот сейчас MoMA, они выставляют в следующем году 14 компьютерных игр в музее современного искусства. Вот, причем начиная с Pac-Man, то есть каких-то простейших. И, соответственно, там возник такой дискурс по поводу того, может ли игра вообще быть искусством как таковым, какой там автор. И, ну, так как, с одной стороны, она действительно, компьютерные игры состоят из каких-то вещей, которые... могут быть искусством. То есть там есть анимация, есть драматургия, какие-то многослойные вещи. Но, с другой стороны, она сама себя так не позиционирует.
Ну, то есть, стесняется и... пока. А? Ну, стесняется, потому что фотография тоже себя так не позиционировала сначала, да? И живопись тоже так себя сначала не позиционировала. А потом оказалось, что это что там можно передавать смыслы. Это же не важно, что там есть. То есть не столь важно, не так важно, что там есть драматургия и анимация, сколько что там есть авторская интенция и зрительская перцепция. Да? Вот это гораздо важнее. Не важно, чего хочет автор или там, как он себя называет. Главное, что это порождает перцепцию особую в зрителе. Компьютерные игры — это очень круто, конечно. Сейчас, ну, там прям таких арт-игр особенно мало, нету почти, их мало, но, в принципе, да, очень большой потенциал этой темы, мне кажется. То, что Мома происходит, то есть в Моме происходит с этими, как это, арт-институциализация компьютерных игр, это скорее, мне кажется, такая просто такой жест уважения, ну, какая-то, в общем, просто какие-то танцы ритуальные. Просто давайте воспоем и вознесем на пьедестал игры, потому что у них большой потенциал, потому что они много дали к культуре. Вот. Ну, просто это такая этикет скорее. Но, в принципе, да. Почему нет? Ну, я же говорил, что искусством вообще все может быть абсолютно. И юродство на площади, и просто проживание жизни, и работа в хосписе. Все это искусство. Ну, а уж игры, тем более, конечно. Такой потенциал. Ну да, просто встречаются мысли из серии. Не обязательно все тащить в искусство, в музей, чтобы обеспечить как бы культурную значимость какому-то явлению. Неужели нельзя ставить игры просто играми, даже если они несут действительно какую-то серьезную смысловую нагрузку? Или какую-то... Про музей вообще ничего не надо тащить, потому что мы все знаем, мы послушали всех экспертов предыдущих, сейчас все теоретики современного искусства говорят, ой, не вся еще, начиная с дадаистов, прочь из музейного пространства, вернуться в жизнь, как бы деинституциализация, это тест на трезвость, такое слово, деинституциализация. Искусство только тогда может быть настоящим, когда оно деинституциализировано. И вот на первой, по-моему, дискуссии Шульгин говорил об одноразовом искусстве, которое искусство только тогда может быть свободным от институции, когда оно одноразовое, когда оно разрушается, когда оно один раз. Так вот, обычная человеческая жизнь — это вот как раз искусство, которое овеществляется в разрушающемся материале, я имею в виду тело, да, одноразовом. Вот деинституциализированное искусство, обычная жизнь человеческая. А про музеи вообще стыдно говорить сейчас в наше время про музеи. В музее не может быть никакого искусства. Да. Так. Это все арт-бизнес, капитализм, и кураторы щелкают золотыми челюстями. Какое там искусство? Что? Нет. А вот я говорю, ready-made — это просто экспериментальная культурология. Да? Это люди, которые этим занимались, обозначили проблему. Вот, да. Они как раз и объясняли таким образом, продемонстрировали о том, что музейное пространство — это симулякр, совсем не обязательно. И так можно и без музейного пространства. Ну, как бы, ну, шутка, обычная шутка, да? Умственный, интеллектуальный эксперимент, осуществленный в пространстве каких-то арт-институций. Мы теперь знаем. Мы просто знаем. Мы не получили какие... Мы просто знаем, да? У нас теперь есть такая информация в голове после Дюшана. Так. Ну, еще вопросы. Наверное, все. Спасибо. Спасибо большое.